Итак, друзья мои, здравствуйте! Мы начинаем нашу встречу. С вами онлайн-школа «Русская роспись». Меня зовут Татьяна, и я ведущая вебинара. Вначале давайте с вами проверим, как у нас работает комната. Насколько хорошо видно, слышно меня. И у нас вот пока маленький экранчик. Мы вдвоем с Зинаидой здесь на экране. На мастер-классе мы его обязательно развернем, вам будет все видно подробно. А сейчас у нас в центре пока слайды. Очень рада вам, дорогие участники, вашим приветствиям. Ну что ж, давайте пока я подожду ваших ответов. И сразу прошу вас, представьтесь, пожалуйста, напишите, с какого вы города. Давайте знакомиться. Мы находимся в Ленинградской области. Это 150 километров от города Санкт-Петербурга, в городе Луга. Хорошо, спасибо, вижу ваши ответы. Отлично, замечательно. Сейчас я ознакомлю вас с планом нашей встречи, нашего вебинара. Сегодня тема нашего вебинара – это декоративный пейзаж. Рисовать мы будем сказочный такой нежный сюжет, такую разноцветную зимушку-зиму. Так, давайте я посмотрю ваши ответы. Все ли у вас хорошо, прекрасно слышно? Отлично. Многие из вас уже знают, что в нашей школе «Русская роспись» изучаются приемы декоративной живописи, графики, художественные росписи по мотивам русских промыслов и русского искусства. И уроки, и вебинары, и курсы созданы по авторской методике преподавателя-художника Зинаиды Владимировны Голубевой. Источники вдохновения нашего преподавателя, учеников, выпускников – это, конечно же, народные художественные промыслы России. И хочу сразу отметить, что мы не даем в чистом виде изучение промысла, такого, как, например, хохлома или гжель. Ведь это невозможно. Наверняка многие из вас понимают, что это сложный производственный процесс, который завязан на различные операции в домашних условиях, тем более онлайн, выполнить, показать их невозможно. Но орнаменты, композиции, каноны, созданные древними мастерами, вдохновляют, вдохновляли и будут вдохновлять множество художников, которые используют при создании своих авторских работ, авторского стиля. Так и сегодня тема нашего вебинара, нашей встречи имеет в своем истоке промысел лаковой миниатюры, а в частности палехской миниатюры. И, конечно же, и этой темой вдохновлялись художники. И наверняка у вас дома есть детские книжки, сказки, может быть, вы в детстве их помните. Сопровождались они иллюстрациями необычными. И многие из них выполнялись как раз по мотивам палеха. Сегодня Зинаида Владимировна немножко нам об этом расскажет, потому что тема сегодняшнего мастер-класса – это тоже иллюстрация. Декоративный пейзаж – это и картина, и открытка, и какая-то иллюстрация в книге. Это тоже все декоративный пейзаж. Конечно, можно изучать промысел, народный промысел, искусство, непосредственно приезжая в места, где сохранился он, или в музеях, по книгам. Но самое эффективное, когда вы изучаете, прикоснувшись к нему, и пробуете на практике, сотворчество совместное с мастером, это всегда более глубокое изучение, даже если вы не имеете таких навыков, которые необходимы, чтобы полноценно выполнить этот сюжет. Но благодаря искусству мастера, преподавателя, который адаптирует сложные приемы для понимания широкого круга участников, вы сможете их изучить, попробовать и познакомиться с ними, чтобы могли их потом узнавать. Но сейчас я скажу несколько слов о Зинаиде Владимировне, представлю я вам. Зинаида Владимировна – художник, мастер народных промыслов. Она изучала и хохломской промысел как художник, непосредственно создавая авторские образцы в промысле хохломы. Изучала она и роспись гжели на производстве, и работала художником в ростовской Финифте, создавала ювелирные изделия, а также художника по росписи фарфора. А также она еще и преподаватель. И уже более 25 лет она не занимается на производстве, а работает как раз создавая курсы и обучая и взрослых, и детей художественные росписи по мотивам народных промыслов. И уже столько учеников у нее вышло, и дети, и взрослые делали делом своей жизни именно как раз творчество, искусство. Не все стали мастерами народных промыслов. Кто-то преподает, кто-то стал реставратором, кто-то художником.
живописи, но тем не менее они все с благодарностью вспоминают ее уроки, говорят, что им очень они помогли в своем становлении, в своем творчестве. Ну, я сейчас передаю слово Зинаиде Владимировне, чтобы она раскрыла нам тему сегодняшней встречи более подробно. Зинаида Владимировна, сейчас вам слово. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, у кого-то ночь, у кого-то утро. Я внимательно слежу за нашим чатом и смотрю, откуда вы все, мы сегодня с вами встретились на этой площадке. Дорогие друзья, у нас сегодня очень интересная тема. Я вообще являюсь художником-исследователем, и я эксперт по народным художественным промыслам. 15 лет назад я вошла в 22 педагога-инноватора северо-западного региона. То есть по моей программе я обучала в единственном классе народных промыслов в городе Пушкине, гимназии искусств имени Анны Ахматовой. И тем не менее я разрабатываю свой авторский стиль и знакомлю вас с этим стилем. И на нашем курсе, который мы сегодня будем представлять, идет речь не о изучении лаковой миниатюры. Вы же понимаете, что это очень высочайшее мастерство. Это то есть вершина творчества. Она идет от иконописи. Это я не хочу сказать, что лаковая миниатюра у нас еще пока курс не записан, это у нас перспективное такое вот движение. Но я хочу вам сказать, что я очень тщательно изучала пальское искусство росписи. И у меня был государственный экзамен в Москве, именно посвященный Палиху. Это я имею статус международного диплома по художественным росписям. Я изучала Палих и преподавала в рамках повышения квалификации в Академии постдипломного образования Санкт-Петербурга. Я могла бы дать вам сегодня Палих настоящий, но это не предмет изучения, а потому что у нас среди вас много новичков. И в таком объеме, как вебинар, как онлайн, это все-таки нам не подходит, это серьезная такая подготовка по канонам. И поэтому мы с вами здесь встретились посмотреть и увлечься именно авторской моей интерпретацией. Но я тоже брала от древнерусской живописи определенные каноны изображения. И вот сегодня хочу очень подробно с вами показать и нарисовать с вами березку. Спасибо, Зинаида Владимировна. Ну что, друзья, если в процессе у вас возникают какие-то вопросы, можете их уже писать в чате, смело, мы постараемся на них ответить. В процессе мастер-класса мы не будем отвлекаться, но после мы ответим на все ваши вопросы и сможем помочь вам подсказать. Вообще, если вас интересуют народные промыслы, то, конечно же, сегодня у вас есть возможность познакомиться с ними, не только про Палих узнать, а про что-то еще. Можете задавать вопросы, все, что вас интересует. Также я хочу вам отметить, что сегодня будет. Сегодня, друзья мои, вы нарисуете на мастер-классе березку, пока всего лишь одну, но Зинаида Владимировна покажет, как сделать из нее законченную композицию, как создать ее так, чтобы она выглядела хорошо и на открыточке, и на каком-то изделии можно даже сделать такую роспись. Пусть это будет всего лишь один элемент, но увидите, как непросто его создавать новичкам и как интересно. А также сегодня вас ждет после мастер-класса презентация нашего курса «Открытки зимы», потому что как раз тема этого курса тоже декоративный пейзаж. Мы расскажем о нем подробнее, какие уроки на нем вас ждут, какие темы, какие навыки вы сможете приобрести на этом курсе. И еще у нас сегодня для вас приготовлена новинка. Зинаида Владимировна разработала небольшой курс, который так она и назвала «Сказочная зима». «Сказочная зима по мотивам Палиха». Сегодня вы сможете увидеть, как создается уже полноценное панно, большая картина многоплановая с различными элементами, тоже вы увидите это в прямом эфире, но это будет не урок, а уже после мастер-класса, после презентации курсов. В прямом эфире Зинаида Владимировна порисует, что те, кто сможет, заинтересуется, смогут остаться, полюбуются, как создается вот такая красота. Вот, даже вот в руках мастера и в достаточно упрощенном варианте это большой период времени, поэтому у нас вебинар займет около 2 часов, друзья мои. Ну, сегодня сейчас хочу отметить, что
мы презентуем два курса, и это тоже будет после вебинара. Ну, а сейчас, пока вы готовите краски, кисти, Зинаида Владимировна тоже подготовит пока камеру вторую, чтобы видно было на столе. А я покажу вам работы наших выпускников, учеников курса «Открытки зимы», курса декоративного пейзажа. Почему он так назван «Открытки зимы»? На самом деле декоративный пейзаж может быть не только открыткой, но и картиной, масштабной картиной. Это может быть роспись на стене, может быть роспись на мебели. Ну, это скорее, наверное, открытки или открытие зимы. Мы хотим так вот сказать, такую аналогию провести. И дать вам какое-то хотя бы применение практическое, потому что часто нас спрашивают, а куда применить эти картинки, что можно с ними сделать. Ну вот как вариант создания своих авторских открыток, которые сейчас можно благодаря множеству типографий и достаточно невысокой цене распечатать небольшим тиражом и дарить своим друзьям, и даже продавать. Это сейчас очень популярно. Научившись, освоив на базовые навыки декоративного пейзажа, вы сможете уже создавать свои авторские открытки, авторские образцы с пейзажами, русскими пейзажами, зимними, красивыми, нежными пейзажами. И вот смотрите, какие работы создавали наши выпускники. Хочу отметить, что множество из них не художники, это новички, это люди, которых профессия очень далека от изобразительного искусства, и вообще от красок и кистей, но тем не менее они набрали смелости, пришли учиться и прошли все уроки, приобрели очень важные, интересные навыки, которые, посмотрите, какие работы у них созданы. Каждый урок у нас – это отдельная композиция. Подробно расскажу вам уже после мастер-класса, сколько уроков, какие темы, что вы на них узнаете. А сейчас хочу вас вдохновить вот этими работами наших учеников. Смотрите, какие они интересные. То есть здесь будут и ночные пейзажи, и утренние, дневные солнце и луна, месяцы, звезды, нежные березки и ели. И обратите внимание, что здесь разные жанры. Здесь и графика, здесь и более имитация такая масляной живописи есть, такие работы тоже. Но все они в декоративном стиле. И имитация фона под бересту, посмотрите, тоже созданы. И это не профессиональные художники, это такие же новички, как многие из вас. Спасибо за плюсики, вижу, побежали. Интересно, что они означают. Наверное, это Ксения нам хочет сказать, что ей понравились работы учеников. Спасибо, Вера. Вы пишите нам, рекомендуйте сказку прочесть «Палей и Люлих», как начинался Палих. Конечно, замечательная сказка. Вообще очень много интересных историй про промысл России, мифов. Конечно, в это можно погружаться и детям рассказывать. Это действительно сказочная и необыкновенно красивая тема. Спасибо, Катя. Да, идея распечатка открыток интересна, и сейчас она действительно популярна. И здесь вот на этом курсе и городской пейзаж вы освоите, и деревенский, и мостик с речкой. То есть очень много различных сюжетов. Ну, позже о них расскажу. Сейчас просто покажу вам, смотрите, и такое северное сияние, такое в графическом виде можете тоже научиться изображать. И снегиря на ветке. Ну, на самом деле уроки настолько подробные и понятные, что многие у нас берут и занимаются с ними, по ним с детьми. Преподаватели у нас приобретают эти курсы, чтобы рассказать своим ученикам, используя методику Зинаиды Владимировны, или родители. Ну, на курс просто детям, конечно, он не адаптирован для детского возраста, это лучше, чтобы взрослые занимались с ним, потому что все-таки достаточно сложные есть приемы, которые сразу детям просто на самом уроке, может быть, не совсем будет понятно, младшего школьного возраста. А уже подросткового, конечно, можно эти уроки тоже давать детям уже более старшего возраста, и они, конечно же, справятся, исправляются. Посмотрите тоже, какие интересные сюжеты. Многие из них напоминают нам открытки нашего детства. Они и созданы как реплики этих некоторых открыток. Тоже вдохновение в них черпает Зинаида часто. Создает свое, но берет как-то какую-то вот небольшую изюминку оттуда тоже и добавляет свое. Это тоже допустимо, это авторское такое прочтение. Это совершенно нормально, как и сегодня. Вы видите, Палих создан. Интересно, вот многие скажут, что это не Палих. Да, конечно, это будет не палихская роспись, но вы видите, какие интересные сюжеты. Когда будете смотреть на оригиналы, картины, шкатулки Палиха, вы увидите и узнаете многие детали, которые сегодня вам Зинаида Владимировна покажет. Вот такие открытки зимы. И сегодня мы тоже с вами нарисуем небольшую открытку. Будем от вас обязательно ждать тоже, что вы пришлете нам фотографии ваших работ.
И сегодня у вас всех все получится, потому что урок будет очень подробный. Небольшой по объему, но очень подробный. Надеюсь, вы приготовили краски, кисти, а материалы самые доступные. Можно использовать гуашь, акрил, темперу, так же, как и на нашем курсе «Открытки зимы». Можно использовать акварель, но для него нужно добавить белила. Об этом попозже Зинаида Владимировна вам расскажет. Да, молодец, Татьяна. Спасибо, очень хорошо так рассказали. Ведь Татьяна и моя ученица, поэтому я могу сказать, что после многолетнего обучения не онлайн, а вот так вот мы встречались 2 раза в неделю с ней в моей студии, могу сказать, что Татьяна уже грамотный художник и миниатюрист. Я думаю, что для нее как раз вот у нее сердце застучало, когда она увидела вот такой вот элементы парижской живописи. И она сказала, ой, так хочется ее изучить тоже, потому что жанр этот очень привлекателен и не только детям. Такой сказочный сюжет. Всем в радость. Дорогие друзья, но все знают, что сама палехская роспись, а кто не знает, сейчас расскажу, она требует отличного зрения, потому что она требует наличия лупы, она требует очень тщательно детализации, просушек под определенной температурой. Здесь нужен очень четкий постав руки, владение различными навыками техник. Это и пропись золотом, и всевозможными прописками буквально 2 волосками. Ведь палеха – это высочайший уровень. Это живопись высочайшего порядка, но в миниатюре. Но так как наша школа охватывает большой круг участников, у нас есть специализированный курс по матрешке, и она даже приближена по своей детализации к палехской росписи. Но на данном этапе мы хотим вас познакомить с элементами палехской живописи для вдохновения, но с моим авторским взглядом художника. И покажу я вам свое прочтение этой росписи. Я хочу попросить Зинаиду Владимировну, и вас, да, хорошо ли видно на камере, достаточно четко. Вот, может быть, поднастроить надо, потому что здесь много нюансов, деталей. Может быть, пониже опустить камеру, или что-то посмотрите. Хорошо. Нет, нет, нет. Здесь я камера у меня установлена на формат листа А3. Да. И если можно, я уже приступать буду рассказывать, как мы будем рисовать. Я хотела бы вам сейчас, так как камера приближена, показать еще раз, как художники различного уровня, иллюстраторы, вот знаменитый наш художник Билибин, который создавал сказки, зачные иллюстрации именно по палеху. Вот у меня здесь есть вот такой календарик, он немножко блестит, он заламинированный по палехским мотивам. И даже вот здесь, на этом, вот небольших на этих сюжетах, можно видеть, насколько по-разному смотрится эта роспись. У каждого художника есть свой стиль письма. Вот как мы с вами пишем ручкой, у всех отличается почерк, так же и у каждого художника. Потому что бликует сильная лампа. Ну вот посмотрите, как вдохновляются художники, рисуя. Вот знаете, вот такая вот у меня есть интересная вещь. Это для пасхальных яиц. Тоже, видите, палецкий сюжет. Поверните на себя, а то лампа отражается в глаза прям, потому что блестящая поверхность. Вот так. Блестящая, да, конечно, она заламинированная. Можете отвернуть эту лампу или выключить пока? Тогда будет очень темно. Если я выключу, будет темно. Пока показывайте, потом включу. Вот. И так, видите, как темно, Танечка? Нет. Видите, так темно, без лампы совершенно, очень-очень-очень-очень-очень нам темно. Вот, я буду показывать, поднимать немножко. Вот посмотрите, какие иллюстрации художники делают, хотя палехшане любят рисовать на черном фоне, но есть и светлый фон. Посмотрите,
Вот у меня, например, вот такой вот вырезанный, я везде собираю, где вижу. Посмотрите, сюжет по пушкинской тематике, это вот русский пряник, такой в экспортном варианте. Также у меня были конфеты, вот кто-то подарил мне такие конфеты, набор шоколадных конфет, тоже, видите, вдохновились элементами Палиха. Смотрите, такие у меня есть плакетки. Вот они вот, конечно, блестящие, заламинированные. Но я их буду вот так держать, чтобы вам показать, что используется различный цвет. В пальхе идет пропись, прописка тончайшей кисточкой золотого раствора. А также в палехской миниатюре часто оформлены книги. Вот у меня очень старинная есть книжка про палех. И вот здесь тоже вы видите, как оформлена она. То же самое, вот это и есть палех. Чем же палех отличается? Тем, что он идет от иконописей, и здесь идет обратная перспектива. То есть это единственный народный промысел, который как раз проводит нам такую вот цепочку до наших дней. И созданы фигуры здесь, и вся иллюстрация создана как раз в обратной перспективе. А вот Наталья пишет, что проблема с изображением, смазываются детали росписи и очень размазываются цветовые пятна. Ну, вообще-то сегодня, конечно, не... Смотрите, давайте скажу вам. Дело в том, что вот палех – это большое количество деталей, миниатюрных деталей. Даже если формат не миниатюрный, а А4, может быть, даже больше, я видела, большие А3 даже такие панно именно в палех созданы, но там много деталей. И... Конечно, это надо показывать приближенно камеру. Но сегодня формат работы мастер-класса большой. Поэтому у нас камера высоко поднята, и вы все увидите, друзья мои, когда вы показываете Зинаида Владимировна. Да, дорогие друзья, конечно. Значит, сегодня мы обратимся к стилизации. Вот я стилизованный, еще вот здесь вот вам покажу березку стилизованную, чтобы вам было видно. Березок есть очень много, и сюжетов разные. Пожалуйста, вот здесь уже не блестит. Сейчас немножко убавлю яркость верхней лампы, и тогда вам будет, мне кажется, вот так очень хорошо видно. У нас курс наш записан на другой платформе, и камера там намного лучше. Здесь в прямом эфире качество изображения немножко теряется. Это уже не в наших силах. Да, на самом деле именно в прямом эфире. Но в прямом эфире он показывает крупно. Нету мелких деталей, вот таких нюансов не будет. Вы все увидите. Видите, укрупненно все, потому что это стилизация, чтобы все было хорошо видно. В уроке же камера максимально приближена и записана в высоком качестве. Это совсем другая технология. Да, и вот Вот интересный вопрос про обратную перспективу. Думаю, в процессе, вот, когда будет рисовать, она расскажет нюансы, да, обратной перспективы. да. И, дорогие друзья, я хочу сейчас, чтобы вы подготовили формат листа А4. Вот у меня. Сейчас я приготовила эту бумагу, тоненькую. Видите, можно тоненькую порисовать для того, чтобы нам изучить с вами эскиз карандашный. И хочу обратиться к вам, чтобы вы взяли мягкий карандаш и как можно мягче порисовали вместе со мной на отдельном листочке бумаги. Потому что потом я возьму уже плотный лист бумаги А4 и на нем буду рисовать. Ну, а мы с вами переходим к стилизованной березке. И кто уже готов, пожалуйста, все ли вы готовы, напишите. А тем, кто пришел попозже, хочу еще рассказать вам, что сегодня я буду показывать авторский взгляд художника на нашу древнерусскую живопись, на народные художественные промыслы палевской миниатюры. Художники обогащают свое творчество. Я жду, когда поставит какой-нибудь Да, значок. пишут, что Готовы? готовы, да. То Да, есть теперь на отлично, полосах будет эскиз. спасибо. Рисовать Да. будем карандашом, да. Готовы Да. рисовать. Да. Вот. И свое вдохновение, черпая как раз в искусстве народных художественных промыслов, хочу вам с вами поделиться. Итак, рисуем сейчас нашу мастер-класс, нашу березку. Вот
для начала, дорогие друзья, нужно понять, что если мы берем формат А4, то главная береза будет большая. То есть мы не рисуем в миниатюризацию. У нас она большая, и крупновидов берез очень много. Мы остановимся на одной. Что нам нужно здесь самое главное? Для того, чтобы композиционно было все четко, нам надо разделить наш лист пополам или от руки, или по линеечке. Я вот сделаю вам почетче, возьму мягкий карандаш. Вот у меня какой здесь карандаш? 5Б. Вот у меня 8Б мягкий карандаш. Чтобы вам было видно, я возьму, сделаю линию, разделю пополам. Вы можете нарисовать ее также. То есть мы рисуем сейчас эскиз в карандаше. Так, сейчас я еще раз посмотрю камеру. Чтобы было более четко, я всегда хочу, чтобы было... Ну вот, из-за того, что я потом буду рисовать... Вот, почетче стало. Я хочу отметить, что вот эта композиция, которая сейчас показана крупно будет, она очень хорошо масштабируется. Вы сможете сделать ее потом на более миниатюрном размере, да, Зинаида Владимировна? Да, конечно. Потом, что нам нужно сделать? Нам нужно нарисовать вот такую вот линию воздушную. Но мы березку поставим на холмик и обязательно подадим для холмика какую-то вот такую красивую загогулинку, это в виде снега. У нас здесь фрагмент. Вот мы сделаем как перо такое изогнутое. И вот здесь будет у нас стоять березка. Она ни в коем случае не будет стоять на краю. Она будет на каком-то вот на этом снежном сугробе. Вот. И мы нарисуем ствол вот такую вот плавную линию. В такой плавной линии. А дальше мы начинаем рисовать нашу березку в этой части, там, где вот, видите, в эту, влево уходит, значит, с правой стороны будет находиться вот такой кружок. Делаем, делим его пополам и делаем его в виде вот таких трех разновеличинных, вот такой листообразная форма. Здесь она ровно по полукругу идет. И обратите внимание, как поворачивается это вот ветки такие у березы. Чем выше идет, делаем круг меньшего формата, потому что у нас в эту сторону идет поменьше уже идет веточки. Также мы делаем. Можем сделать на подлиннее, мы можем убрать один элемент. То наверное, здесь... подождем, Зинаида Владимировна, пока дорисуем. Конечно. Да. Я сейчас остановлюсь и буду вас ждать, потому что я хочу еще рассказать, что ведь многие не придают значения карандашному эскизу, а ведь карандаш – это основа. Вот я специально создала курс графики для того, чтобы люди, которые приходят на мои курсы, они владели именно карандашным эскизом. Ведь это на этих курсах графики можно научиться этому владению. Это навык, который приобретается при изучении. Это очень важно, особенно новичкам. Вот я знаю, что часто Зинаида Владимировна очень сокрушается, что на курсах по росписи особенно ученики не присылают эскиз, а уже скорее с красками хотят рисовать и даже иногда стирают поскорее карандаш, чтобы было покрасивее. А вот как раз это отсутствие карандашного эскиза не дает возможности преподавателю подкорректировать вас. Или вообще кто-то принципиально не пользуется карандашом, рисует сразу красками. И поэтому композиция расползается и уже не становится, лишается гармонии. Да, вот вы абсолютно права, Татьяна, я просто вот она очень четко отметила, и это действительно меня часто расстраивает, это очень часто бывает, когда человек не придает внимания эскизу. А это основа, вот как в нашем организме я говорю, это вот эскизный карандаш, и это наш позвоночник, друзья. Все ли вы справились с началом построения? Я жду ваших сообщений. А сколько плюсиков сегодня нам шлют? Да, что...
Что-то Я сегодня первый раз вижу таких, первый раз так такое много, знаете? количество плюсиков. Может быть, это может быть и азбука Морзе? Знаете, очень Да. интересно, Вера задала вопрос, и у меня тоже. Да. Да. Знаете, разного цвета рукава или проблема с глазами? Я Да. думала, проблема Нет, с глазами. дорогие друзья, это у меня вот такое платье художественное. У меня здесь сбоку на... Не видно вам. Сзади мне золотые буквы, а здесь и на подоле у меня павлин. И рукава разного цвета. Да, вы правы абсолютно. Это я специально, чтобы вас вот так вот как бы Развлечь. развлечь вас, чтобы вы... Ну, потому что художник еще хочет как-то себя обозначить, потому что мне, например, когда я пришла покупать это платье, на меня смотрели, ну, вот как-то на очень веселого человека, потому что никто даже не мерил. А я прямо не меря, сказала, я именно это платье хочу купить. То есть вот так вот я вас веселю. А потом мне очень нравится, когда я готовлюсь к вебинару, к выступлению, мне очень хочется внести те цветовые нотки, которые здесь есть. А здесь мы с вами, если вы обратите внимание, вот потом, после березы, мы с вами будем рисовать. Я буду в своем темпе рисовать большую работу формата А3, и вы увидите вот такие цветовые сочетания, которые у меня есть на рукавах. Да, интрига, спасибо. Ну что ж, нарисовали, вроде как столько плюсиков, да. Это означает, что эскиз рисуют. Да. Давайте продолжим. Ну вот смотрите, у нас березка на два элемента, а можно еще, вот знаете, искривить и дать еще один элемент. Вот, мне очень нравится, потому что, видите, у нас, как я говорю, старший брат, средний брат, младший брат, мы же дело со сказкой имеем в виду, то есть, и вот здесь мы, конечно, делаем кружочками. Сейчас я возьму уже формат листа А4 типа ватман, плотный лист. В стороне вот так, в сторонку я положу и буду заново рисовать. И еще раз скажу вам, дорогие друзья, лишний раз рисовать карандашом – это набивать свою руку. Это навык, который получается при повторении. Получилось ли у вас крона, дорогие друзья, как у меня? Да, может, какие-то трудности были да. Вот изначально, лучше сразу подправить. Может быть, потому что сейчас был пробный эскиз, а уже на оригинале рисуем, стараемся исправить, если что не получалось. Да. Так, я жду вас. А Татьяна мне будет, как моя правая рука, она будет мне подсказывать, что мне пишут, потому что когда я занимаюсь уже рисунком, то я уже подстраиваюсь под ваш темпоритм. Ну, вот вижу, Тимофей, да? Татьяна пишут, любовь. Ой, как хорошо. Получилось, Света, Елена, замечательно. Ура. Итак, конечно, с непривычки это сложно делать, тем более, если вы новичок. И ну, мне бы хотелось узнать, много у нас новичков? Смотрите, вот Тамара пишет, не справилась. Тамара, можете написать, что им не получилось? Елена пишет, не получаются крупные круги. А у Ирины отступов, она спрашивает, а отступы от концов по сантиметру? От концов каких имеется в виду? А, наверное, вот здесь? Я не знаю, от чего. Не очень, вы можете пошире сделать, можете поуже. Самое главное, это вот эта амплитуда. Самая большая ошибка, когда делается очень вот такая амплитуда, вот знаете, как змеевидная. Поэтому да, вот не, я... очень, не очень выгибать надо. Надо не выгибать, да, да. Вот давайте я сейчас еще раз покажу вам, и, может быть, я сейчас найду вам лучшие слова, которые да, вам вот подскажут. Да, вот кто-то не успел второй кружочек. Посмотри, сейчас вот... Давайте, сейчас я... Повторяет. Да, мать, я разделю. Но здесь я, дорогие друзья, ну, я тоже буду, конечно, жирно рисовать, но карандашик я взяла... Ой, что ж ты я разделила? Неправильно. Делим пополам листик. Да. Лист потому что пополам. Все успевают и смотреть, рисовать, а я буду помогать вам, друзья. Делим вот, спасибо. Пополам. Моя вы... хорошая, да. Спасибо. Танечка, вот. Светлана пишет, большой лист не очень нравится, на остальное хорошо. Ну, значит, я еще раз покажу вам сейчас. Посмотрите, пожалуйста. Значит, вот смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно вот здесь дотрагиваться внизу. А сколько отступить по линии снизу, чтобы кружок дотрагивался до этого места? Сколько снизу? А, снизу. Ну, потому что вот я, например, нет, это вот у меня точки, 7 где сантиметров. Хорошо, вот это 7 сантиметров. А где он касается линии, сколько сантиметров?
Ну, господи. Так, давайте все. 11. 11. Вообще, половина примерно. Художественная роспись, декоративная живопись, это на самом деле линейка очень важна. Да. Она используется, даже циркуль можно использовать. Да, я всегда говорю, что в декоративной живописи, в декоративном рисовании, вот на курсе открыток очень четко и очень нужно владеть карандашом, очень нужно владеть линейкой, циркулем, можно пользоваться треугольником, транспортиром. Mm-hmm. Вот это все очень важно. Да, вот смотрите, сейчас кружочки пока нарисовали, вот смотрите, кружочки можно просто наброском, пунктиром обозначить. Вот, и потом вот такую сгибистую линию, извивающуюся. Да. Вот интересно, Зинаида Владимировна, расскажите, пожалуйста, вот, почему в палихе вот такие вот, ну, как бы есть сдвижение, все как-то вот движется все куда-то. Там расскажите нам особенность этого? Это, может быть, вам немножко подсказка будет, что такое обратная перспектива. Значит, прямая перспектива – это во всем изобразительном искусстве, которое мы вот видим перед собой. Что мы видим? Вот фотография, например, это прямая перспектива. Художник рисует натюрморт – это прямая перспектива. Это все мы с вами знаем. Как смотрит наш глаз. То есть, как мы видим, как мы рисуем. Да. Вдали уменьшается, когда идет даль. Да, да. Например, да, это вот самый такой большой пример, когда мы берем, смотрим далеко на дорогу, и у нас уменьшается сама дорога, и фонари, например, которые стоят вдоль дороги, не только сами уменьшаются, уменьшается расстояние между ними, между фонарями. То есть это знание прямой перспективы. Все это знают, и даже вот в художественных школах изучают. А что такое обратная перспектива? Обратная перспектива – это вот вы небольшой человек стоите и смотрите вдаль на эту дорогу, а вы стоите наоборот. То есть вы маленький человечек в конце дороги. То есть здесь есть свои законы, они используется как будто мы нашей русской... С того конца картины. Значит, смотрите. Я сейчас объясню. Например, если вы были в разных странах, вот я смотрю, у нас из Канады наша девушка, то есть в этих католических храмы, если заходили в католические, то вы видели там нарисованы иконы как картины. То есть там действительно живая такая Мадонна. Да? А вот если вы зайдете в православный храм, вы увидите совершенно другую вещь. Например, тело человека, которое изображено на иконе в православном храме, оно совершенно отличается от изобразительного искусства. То есть мы меняемся местами. То есть голова, она становится широкой, обратите внимание, какая голова. И как глазки сближаются друг к другу, носик утончается, губки маленькие, зато какая шея мощная. То есть идет как бы, вы приходите в этот храм, и если висят там с обратной перспективы иконы, грамотно выполненные, это тоже очень немаловажно, то здесь вы можете увидеть, что вы маленький тот человечек. Вы меняетесь местами. Как будто икона смотрит, из иконы смотрит на вас, да. Да, а икона смотрит на вас, поэтому очень часто вот такой вот впечатление. Например, в Палихе, это же истоки иконописной школы. Да. Там, ну, кажется, наоборот, голова маленькая, как будто ты смотришь снизу, а голова маленькая. А когда вот это происходит, изменение пространства при обратной перспективе, что происходит с человеком? Он становится необычайно высоким. Вот обратите внимание, голова, и то есть это высотой получается чуть ли не 3 метра человек. И ручки маленькие, ножки маленькие. Вот, и даже меняет облик. Земля приобретает такие наплави, вот, которые очень характерны в этой, вот здесь, видите, даже деревья меняют облик. Это больше иллюстративно, чем да, поле. Да. Вот смотрите, земля приобретает какие вещи, структуры. Даже вот, когда я изучала палих, мне говорили, что в обратной перспективе дома именно вот так вот нарисованы. Да, то есть дома не так...
искажено, как будто они вывернуты наизнанку. Да, вот наизнанку, да, все нарисовано наизнанку. И чтоб это вот интересно, было... давайте вопросы тогда по самому сейчас эскизу. Спрашивает Наталья, обязательно круги возле середины, где стол, или, возможно, отступить? Да, пожалуйста, отступите, тогда у вас будет такая развалистая береза. Просто здесь мы ее адаптируем, потому что я буду рисовать на А3, и если я возьму сейчас, ее сделаю большую, и там она, вы скажете, а почему там такая маленькая? Поэтому я именно хочу вот этот вот перенести. Такой момент, вопрос, она спрашивает, листы более округлые или поуже? Как вы нарисуете? Главное, чтобы они были разные по размеру. Вы можете 3 элемента вот здесь дать, можете 2 элемента дать. Можно более округлое, потом мы же будем рисовать, это вот изначальная форма, а потом же мы будем колдовать над листочками, над теми, показывать березу нашу. То есть вот, я не знаю, конечно, как... Это просят платье продемонстрировать потом. Ну вот, конечно, но придется мне залазить сюда на стол, демонстрировать платье. Нет, я, конечно, сфотографируюсь в нем. Это можно. Хорошо, договорились. Да. У меня... Надеюсь, все сделали эскиз. Сейчас уже надо к красочному слою приступать. Да, теперь. Мы сейчас... Что я делаю? Я вот снимаю резинкой, вот так вот, видите, сверху. Что я делаю? Я убираю лишний карандашный вот этот эскиз. Почему? Потому что карандаш, к сожалению, очень сильно пачкает нашу историю. Но я его оставлю, сейчас я его обведу. Карандаш лучше стирать не рукой, а тряпочкой. Сейчас я еще раз продемонстрирую вам эту вот вид, нашу линию, чтобы вам было видно. Анжелика пишет, непонятно с обратной перспективы, темная лес для меня. Это нужно показывать? На самом деле? Это надо показывать, это же я сейчас... У вас как бы тема-то более упрощенная. Мы совершенно, я даже и не готовилась вам показать, вообще это нужно показывать, это, пожалуйста, это... объяснить лучше всего на чем-то. Показать, давайте тогда, а тем более, что у нас впереди идет... Да, у нас... Попали в курс идет, и там уже будет, ну, как бы, хотя бы это будет стилизовано, и все равно там уже будет возможность, Диана Владимировна, объяснить на карандаше как-то хотя бы, да, в сюжете. Дорогие друзья, вы обязательно обратите внимание, хоть мы и рисуем отсюда березу от нашей древнерусской живописной школы, берем ее, но это все равно авторский стиль, и это не, хоть мы употребляем слово палех, на самом деле это не палех, палех это лаковая миниатюра, это совершенно другая история, это авторское прочтение. И мы с вами сейчас приступаем после того, когда мы нарисовали всю березу, а всю ли вы нарисовали березу, мы сейчас поговорим о цвете. Но я уверена, что мне кажется, что должна же получаться такая березка. Уже написали, должна. Что получилось, что нарисовали. Да. Ну, ура. Дальше, да. Хорошо. Теперь я показываю, как мы будем рисовать и закрашивать нашу березку. Спасибо, Татьяна Владимировна. Готова, умница. Дело в том, что у нас березка вообще белая, ствол белый, поэтому и так как она припорошена снегом у нас, по нашей композиции, нам нужно смешать краски с белилами. Рисовать я буду красками, которые называются гуашь, художественный гуашь, потому что можно использовать, как я уже, Татьяна, говорила, акрил, темпер, можно использовать акварель с белилами, можно использовать гуашь и акварель. Вот. Что я буду делать? Я буду намешивать 2 цвета. Из 2 цветов у меня будет наша вот эта вот крона из 2 цветов. А какие это 2 цвета, сейчас я вам продемонстрирую. Дело в том, что если у вас нет дополнительных цветов, вы берете 2 цвета, как кадмий желтый средний и бордовый. Вот у меня, например, есть вот такой дополнительный цвет, это сиреневый цвет в гуаше. Если вы опоздали, Елена, то вы можете акварель взять, но обязательно, чтобы была белая гуашь. Вот. Это лимонный цвет. То есть можно взять или сиреневый, или бордовый. А если и того, и другого вдруг у вас нет, можете взять красный цвет. Пожалуйста.
И намешиваем. Сначала мы намешиваем верх нашей березы. Это будет у нас желтенький цвет добавляем в белый. Размешиваем. Нам нужно обязательно набрать такую краску, чтобы у нас был не очень яркий цвет. И в то же время, чтобы он был довольно-таки сочный. Поэтому здесь мы выбираем такую красочку. Подходим к нашим верхушке и делаем вот такой шапочкой. Шапочкой. И также здесь делаем шапочкой. Можно кружочком нарисовать. Вот мы для быстроты, поскольку это, чтобы вам было понятно, на роспись маленькой шкатулки в Палихе уходит до полугода. Некоторые шкатулки рисуются месяцами. Вот так. Закрасили. Теперь нам нужно долго не ждать, потому что нам нужно, чтобы эта краска не высохла, потому что нам надо сделать мягкий переход цвета из цвета в цвета. Вы наверняка вы знаете, что есть краски, которые, техника такая есть графическая. Ну, например, есть графические виды росписи, такие как хохломская роспись, пермогорская роспись. А эта роспись относится к живописным манерам. И здесь другие есть живописные приемы. Вот я взяла довольно-таки такой активный цвет. Можно намешать из двух красок. И сейчас я очень быстро нарисую здесь. Так как мы делаем работу вот так. Можно чуть потемнее, можно чуть посветлее. Но делать это надо очень быстро. Поэтому, пожалуйста, быстрее делайте, потому что сейчас... Да, ну смотрите, извиняюсь, он сейчас закрасит и подождет тех, у кого помедленнее, да, получается. Да, и я покажу, как плавно нам сделать переход. Да, сначала надо закрасить область. Да, закрасить. Но не дожидаемся, пока он высохнет, правильно я понимаю? Да, быстро поэтому делаем. Надо быстро, то есть постарайтесь, чтобы эти слои еще не высохли у вас, чтобы вы как можно быстрее их закрасили. Вообще на вебинаре, конечно, очень аккуратно не всегда получается, потому что надо и смотреть на экран. Да, и туда, и туда надо. Надо что-то одно выбрать, лучше, может быть, сделать в виде наброска, чтобы вам запомнить, и уже не стремиться к такой идеальной точности, вот, а именно как раз стараться идти в ногу с преподавателем, чтобы не упустить что-то. А цвет смешали, смотрите, Надя Владимировна сказала, какие оттенки. Можете посмотреть сейчас лимонный и фиолетовый. Бордовый. Или вы можете взять... Бордовый. Бордовый можете взять. Да. Бордовый. Можно взять лимонный и красный. Я про кисточки хочу тоже отметить тогда пока, да? Можно два слова сказать? Да, конечно. И давайте про кисточки расскажем уже после мастер-класса. Сейчас надо прям не отвлекаться нам, хорошо? Мы кисти продаем для наших учеников. И их можно, кстати, найти в интернете. Я вам скажу, какая фирма, чуть позже только. Так, теперь для, пока это все сохнет, и я вас жду, нужно взять обязательно закрасить ствол. Ствол у нас априори ведь белый, но мы с вами, он же не виден, поэтому мы берем белый с охрой. Цвет охры, это вот этот цвет, смешиваем тоненько кисточкой, чуть-чуть. Даже обратите внимание, у меня в каждой баночке есть палочка. И вот таким цветом я вот закрашиваю этот ствол. И жду, когда вы напишете, что все готово. Вот так. Так. У кого акрил, он намного быстрее сохнет. Так что имейте это в виду. Зинаида Владимировна, сейчас гуашь, да, Зинаида Владимировна? Да, у меня гуашь. Ну, конечно, я самая такой демократичная такая вот краска, которая именно ей очень хорошо рисовать. Вот.
И вот, дорогие друзья, мы сейчас подходим к тому, чтобы нам соединить два красочных слоя. Поэтому я сейчас хочу уделить этому внимание. Нужно набрать один красочный цвет. Вот я сейчас добавлю сюда тот цвет, который мне сверху остался. Вот он. Набираю я более светлый цвет на кисточку. Дорогие друзья, вот я набрала. Кисточка у меня... Это номер 4. Больше я палец не рисую. Такой вот большой кистью не рисую. И теперь смотрите, что я делаю. Я вот так подбираюсь к нашему цветовому пятну и начинаю размазывать. Смотрите. Можно вверх-вниз. И получается цветовая растяжка. Это... Что-то, если не тухло, оранжевый подойдет? Конечно, да. И вот теперь я делаю вот эту растяжку на середине вот этих вот шапочек. А только я хочу уточнить, вот кисть, которую я назвала четверкой, имеет сейчас нумерацию современную в два раза да, больше. Да, международная. На кисти написано 8, да, тогда? Да. Кисточка написана номер 8. Синтетика, а вообще, да, имитация белки. У нас они, когда продаются, тоже они называются номер 8. Да, ну, вот они так перешли. По русской, как скажем, нумерация, да. Это четверка. Да. И теперь хочу сказать, что вот этот цветовой переход сделать очень тяжело, вот этот цветовой. Поэтому, если у вас не получается, вы вымываете кисточку, вытираете эту кисточку чистую, тряпочку, вот так вот вытерли чуть-чуть, и теперь у вас полувлажная кисточка. И вы, вот где мне показать, вы начинаете размазывать сверху вниз. И у вас будет тоже переход при достаточном наложении краски. Если вы гуаши мало положите, то вам это не сделать никак. То есть это такой прием двойного мазка. Да, у кого есть полукистевой, сложности? Полукистевой, да. Прием, вообще в русском искусстве это свободно кистевая техника росписи. Росписи. Да. У кого есть вот сложность перехода в цвете, пожалуйста, напишите, получилось ли у вас сделать вот этот полукистевой прием? Конечно, если кто-то уже давно и владеет, вам проще, ну, просим набраться терпения. У нас сегодня вот такой вот мастер-класс, чтобы новичкам тоже помочь. И у них тоже что-то получилось хорошее сегодня, сказочное. Потому что те, кто уже завершил, ну, кто сделал это все, и, пожалуйста, вы можете сделать снежную вот этот вот снежный завиток, его можно сделать при помощи двух оттенков. Можно взять бело-голубой цвет. Опять же, беру белый цвет. Сейчас я вам буду показывать. Вот, но два Алина цвета. Пишет, что не получилось двойной два мазок. Цвета. Два. Да, но это сложно, понимаете, ведь это же переходы из цвета в цвет, это новый навык. Это новый навык рисования свободной кистевой росписи. Вот у меня, например, даже есть специально посвященный этому курс, где, так он называется, свободно кистевая роспись, где мы рисуем мазочком, изучаем, как набирается на кисточку двойной мазок. Тройной мазок. Даже есть экспресс-курс, где мы рисуем плоскими кистями, тоже в этом же навыке. И, конечно, там начинается с простых упражнений, как просто. Да, да. Так просто сразу не получается ни у кого с нуля. Но есть только единицы, наверное, у кого получалось сразу это. Да. Так, а если он среди нас тут... Люди. Спасибо, Танечка. А если кто из нас освоил этот навык, вот кто может, вот кто... У кого вот получилось это, ну, напишите, пожалуйста. Повторите столбик, спрашивает Галина. Ну, вот столбик, просто раскрашиваем. Просто раскрасить бежевый, охра с белилами. Да. Светлый такой ствол, не белый, чтобы он был, а немножко такой охристый, потому что на белом фоне. Да. Вот у меня два синих цвета. Это цвет всем знаменитый ультрамарин. Чуть-чуть я вот сюда ставлю. Это сейчас я готовлюсь к нижней части. А здесь возьму тот цвет, который называется лазуревый. Тоже чуть-чуть. Это гуашь, обычный гуашь, два цвета. Теперь я продемонстрирую, как соединяются эти два цвета. Подождите, Владимировна, а какой я цвет жду. Вы взяли? Синий и темно-синий, вот так скажем, да? Глазурь. Да, да. Два оттенка синих цветов. Да, это же гуашь.
каждый гуашь в любом наборе, большой или баночки, или у вас маленькие баночки, у всех будет как раз... Тамара получился двойной мазок. Замечательно. Вот, отлично. Здорово. И у Марины получилось вал, да. Так что ура! Разные у нас участники сегодня. С разными навыками. Потому что, конечно, это надо потренироваться просто, чтобы получалось. Да, а я, наверное, буду уже раз, чтобы вы... Я извиняюсь. Показываю сейчас нижнюю часть нашего эксперимента с березкой. Мне нужно сделать вот такой цвет. Голубенький. У кого-то он может быть чуть темнее. Простите. А у кого-то вот чуть посветлее. Вот. Я начинаю рисовать отсюда. Вот слева, слева направо. Рисую, видите? Вот сюда. Почему слева? Справа налево? Ну, нет, я рисую справа. А, да, да, точно, простите. Ух, ух. Может, камера перевернута? Нет, я это... Да. Мы просто закрашиваем, да, первый верх? Да, верхнюю часть мы закрашиваем. Вы понимаете, почему мне нельзя водить машину? Ой. Художники. Так, теперь я синий цвет добавляю. И делаю одинаковую цветовую гамму. Что такое одинаковая цветовая гамма, цветовая, одинаковая, вот весовая гамма? Это все я рассказываю, в частности, на курсе «Открытки зимы». И там не только «Открытки зимы» и «Весны», везде там есть. Там, кстати, мы рисуем только гуашью. И там как раз тоже вот это есть. Все, рассказ о том, как, что такое одинаковый цвет, как переход с цвета в цвет. Вот сейчас я делаю нижнюю часть. И аккуратненько интенсивность. То есть это интенсивность цвета должна быть одинаковая. Да, да, это, да. Это называется цвета. Да, да, да. Это тоже навык цветового равновесия. Видите, оттенок разный, но из-за того, что они рядом расположены, они и легко соединяются, эффектно смотрятся. Но это тоже надо учиться. Все эти навыки, вот понимаете, я тоже не с кисточкой родилась, поэтому желание... научиться, мне всегда это толкало вперед. Это двойной мазок, плавный переход цвета в цвет. Так. Красивые, плавные переходы. Почитайте, Татьяна, есть ли у нас смельчаки такие, у кого все получилось? Ну, писали же, что у Елены тоже получилось. Ага. Тамара пишет, если хотите, чтобы получилось, приходите в школу учиться. Спасибо, Тамара. Действительно, очень хочется всегда сказать, что невозможно, чтобы сразу все получалось. Нужно все-таки поучиться. И на вебинаре, конечно же, не даются эти приемы, иначе будет скучно. Это же просто упражнения. Начинается всегда с упражнений. А они далеко не так интересны, как вот такая, например, березка. Да? Да. Все-таки надо хотя бы первый урок пройти. Поэтому на вебинаре мы даем что-то, чтобы было увлекательно. А уже надо потрудиться. Тоненькую кисточку. Вот у меня, например, кисточка номер 2 белка. Пожалуйста, сейчас мы будем уже заниматься разживкой или оживкой, или чертежкой. Делать будем нашу березку. О, Света получилось. Молодец. Вот, молодцы. Молодцы. Дело в том, что все технические навыки прививаются специальными упражнениями. И у моих учеников на моих уроках это уже получается. Я очень горжусь ими. А сейчас мы будем набирать белый цвет с охрой на отдельном цветовом пятне. Кладем сначала белый цвет. Всегда нужно белый. Потом берем охру. Соединим. Так, чтобы у нас охра. Цвет стал чуть-чуть посветлее. Ну, становится более плотный цвет, плотный оттенок, который хорошо ложится. Можно взять другой цвет. Если у вас оранжевый, возьмите оранжевый с белым цветом, пожалуйста. И мы здесь рисуем, оформляем нашу березу. Ну, вот вы уже видели на различных у меня на картинках березы есть
очень разного оттенка. И когда я сейчас начну рисовать большую картину, вы увидите, начнем с большой, давайте с большой начнем. Вот у нас есть место, и мы рисуем вот такие капельки. По бокам. Я там буду быстро рисовать, а здесь попробуйте вот так вот вместе со мной. Видите, как шапочка получается? А здесь у меня будет эта шапочка такая же или чуть меньше? Немножко помедленнее, если можно. И рука раскрывает, да. Не видно. И еще отсвечивает. Угу. Я вижу, что немножко вот смотрите, вот так капелька. Немножко все-таки это... Потом отсвечивает. Сюда. Ну, меня не отсвечивает. Ну, как же. Вот так? Ну, вот да. Так, да? Да? Да. Да, потом, вот так, да, потом в эту сторону. Обратите внимание, сейчас я вам покажу. Когда вы будете такие капельки делать, делайте по полукругу. Видите, по полукругу. Конечно, их для того, чтобы отрабатывать, их надо отдельно тренироваться. Дело в том, что мне же хочется вам, чтобы показать вам. Знаете, вот то, что я вам сейчас показываю, например, ту же березу художник Палиха рисует вот несколько дней, и она у нас раз в 20 меньше. Представляете, какая это тонкая, у него 20 раз меньше. У него 20 раз меньше. Да, на лаковой миниатюре. У нас-то мы-то рисуем подобие, мы рисуем по мотивам, и те, кто к нам присоединился сейчас, чтобы вы знали, что это не идет рассказ о курсе парижской миниатюры. Это идет рассказ о моем авторском прочтении народного промысла. Потому что я вдохновилась им. Я изучала его. И этим я делюсь с вами. Вот этим сказочным настроем очень красиво. На колокольчики похоже. Да, спасибо. Действительно так и есть. Так, я продолжаю. Да. Делаю вот такие вот полукруги и уменьшаю их. Вот этот полукруг идет по линии. Вот так, видите? Вот в этом сюжете объединяются сразу несколько видов приемов, потому что кто знаком уже с росписями, знает, что есть графические техники, кистевые, живописные есть, тоже художественная роспись более приближена к живописным канонам, да, то есть это вот по типу жёсткого, например, да. А вот здесь вот объединены несколько сразу. Тут и графической разживки много. Вы заметили свободный кистевой прием. Да, Зинаида Владимировна? Да, вы абсолютно правы. Вот абсолютно здорово. Вы правильно очень сказали. Вы прислушайтесь, как Таня говорит. Ну, знаете, я говорю ваши слова. Нет, вы абсолютно правильно сказали. Еще могу сказать, что, друзья, если вы думаете, что рисовать и говорить это так просто, я уверяю вас. Я понимаю. Я сегодня пытаюсь, знаете, Владимир, помочь, потому что знаю, что как, не просто, когда рисуешь, что-то говорить, рассказывать, а вот не всегда есть необходимость, то есть комментировать свои действия тоже сложно. Да, и потом, извините, если это был бы пришлый человек, а Татьяна, это мой ученик, это и поэтому я могу ей доверять. У нее работы прекрасные, кто с этим уже ее работы видел. Она прекрасно рисует и на камушках, и на всяких браслетиках, но давно уже не рисовала. Тем не менее, она даже на конкурс рисовала. У нее сундук ее с волховской росписью, поднос с рябиной завоевал сердце участника выставок. Так что Татьяна у нас... такой же художник, как и вы. Вот спасибо. Как мы все с вами, да. Ну так продолжим. Спасибо. Да, я очень... Замещали меня, замещали. Ну вот, просто если не мешаю, замечательно. Вот такие приемы разживки нас изучают на курсе верховой росписи. Если обратите. Если у кого не очень получается. Да. А я могу сказать, что курс верховой росписи – это базовые понятия для художника. Это грамотная постановка кисти. Если вы обратили внимание, если вы внимательны, то вы можете увидеть, как я держу тоненькую кисточку. Это профессиональный постав кисти. Обязательно не на весу. Держится кисточка тремя пальцами. Вот в обхвате определенном. Все это у нас есть записано на курсе, вот для тех, кто хочет научиться немножко рисовать изящные линии.
Это очень здорово, потому что мы пишем тонким кончиком, а это сложно. Графические линии – это навык, который нужно отрабатывать на специальных упражнениях. Да, как и кистевой. Ну, еще и важно кисточку правильную. Да, я могу, да, кисточку правильно. Ну, вот у нас есть кисточки, эти кисти я сама готовлю. И могу сказать, что у меня есть ученики, которые пришли ко мне на курс и пишут мне, знаете, я, говорит, не стала у вас кисти заказывать, но сейчас помучилась и решила заказать. Потому что мы, в принципе, никому другому, кроме нашим ученикам, не продаем эти кисти, потому что это очень хлопотное дело, это большой труд, это очень много времени, это мы даже не заинтересованы в этом, но мы вынуждены это сделать из-за того, чтобы наши ученики хорошо рисовали. Ведь дело в том, что я очень много времени посвятила именно тому, как объяснить, чтобы у вас это получилось. Я научилась не только рисовать, например, палевский узор, но и училась, как объяснять вам эти узоры. Я могу сказать, у меня... Я рисовала своему папе ложку в таких узорах, и мне казалось, что я просто так изящно нарисовала. Прошло какое-то время, наверное, полгода-год, и я потом бегала за папой, и он от меня с ложкой убегал, и я говорила, папа, выкинь эту ложку. Я не могу на это смотреть. Да, то есть это навык, который я приобрела специальными упражнениями. И в этом мне вначале очень... даже у Зинаиды Владимировны тоже не все получалось, поэтому кажется, замечательно, а потом, когда уже рассовершенствуешься и смотришь на свои работы, конечно, видишь все ошибки и все недочеты. То есть это все развиваемый навык. Теперь мы дальше приступаем. Белый с бордовым цветом смешиваем. У вас есть бордовый цвет? Смешали с белилами? Да, все так и было. У меня очень часто даже говорят, вы знаете... Вот совсем недавно мне тут девушка написала в личном сообщении. Я вижу, у вашей школе учатся только профессионалы. Я говорю, да вы что, серьезно? Я говорю, да, все художники высшего разряда. Я говорю, ой, как хорошо. Иногда обижаются, говорят, вы выкладываете работы, а нам даже стыдно, потому что это художники. Только новичок пришел, он еще урок даже там один, может быть, прошел, и уже говорит, как же, вот вас учат художники, я не буду выкладывать. Потом, когда он узнает, что они пришли с такого же, как он, с уровня, с нулевого, это очень будет поразительно, потому что, конечно, те, кто прошел несколько курсов, особенно базовых, верховую хохлому, свободно-кистевую, конечно, у них уже другой совершенно уже уровень. Да, я вот продолжаю, потому что мне же хочется продолжить, и я делаю вот такие вот элементы, называется этот элемент папоротничек, ну, это из хохломы, и выходим немножко за грань в виде точечки. Сейчас я еще раз вам покажу, сначала мы делаем посередине. Да, помедленнее тогда, вот пожалуйста. Вот так. Веточки с листиками получаются. И выходим сюда немножко. И это мы повторяем и здесь повторяем. Вот так вот, вот сюда. Вариантов много, но я выбрала попроще, потому что это один и тот же элемент, он везде повторяется. И веточки, и пошли вот сюда. Ну, сегодня мы очень медленно идет, и надеюсь, медленно торможу. Да? Поэтому, если кто-то я понимаю, что новичкам, ну, реально тоже им не так быстро. Вот, особенно вот эти капельки, знаете, делайте помедленнее. Ой. Их надо много нарисовать. Немножко, да. Может быть, ставьте не так часто, если кому сложно. Делайте поменьше. Где-то вот такие вот капельки. Да, вот так вот медленно, пожалуйста. Чтобы это было как... Их надо много делать. Это еще и вот здесь вот тоже их надо и здесь делать. Между ними. Вот видите, какая трудоемкая даже в таком стилизованном, упрощенном варианте эта техника. Вообще роспись – это трудоемкая работа. Это вообще не сравнить, например, как вот быстро можно в акварели нарисовать, да? Что-то. Ой, да, в акварели это вообще вот... Как можно даже маслом достаточно быстро, ну, если не считать, что там просушка, но сейчас современные способы позволяют тоже использовать различные приспособления для того, чтобы быстро и маслом писать. А вот роспись, она ничего никуда не денешься. Тут нужен такой вот... Это ремесло. Ремесло. Тут, в общем, много надо
потрудиться. Хотя, кто уже руку набил, смотрите, наши ученики, как уже даже удивляются, Профессионалы. успевают много работать и на заказ, и на продажу, и для подарков уже просто. Да, у нас исключительно профессионалы, обратите внимание. Да, ну профессионалы, которые уже прошли столько часов от уроков, что, конечно же, стали профессионалами. Любой профессионал становится, пройдя какое-то определенное количество часов. Ну, во-первых, мне кажется, вот здесь все очень главное любить. А во-вторых, вы знаете, друзья, хочу сказать вам очень интересную мысль, донести до вас. Ведь то, что мы вот сейчас рисуем, лично меня, это я возвращаю свое детство. Вот меня, например, окружали шикарные иллюстрации Александра Сергеевича Пушкина в палевском стиле. И я... Сказки Пушкина, да? Да, сказки Пушкина, да-да-да. То есть меня окружала роспись, которой я тогда как-то не придавала значения. Но когда я стала рисовать, я это поняла, что ведь я же выросла с этим. Я выросла... Я детям также показывала свои книжки, которые сохранила. То есть, потому что такие книжки с такими иллюстрациями выкинуть просто рука не поднимается. Сейчас внуки я также показываю, и мой внук, вот ему 8 лет, он сказал, вот это сказка. Он увидел, вот мои сюжеты лежат на столе, он говорит, вот это сказка. То есть это настолько для меня интересно было, потому что я рисовала сначала для души и не думала, что это вот мои вот внуки бегают, и они так отреагировали. Вот я могу сказать, мое сердце тоже отреагировало на это. Ну вот я сейчас кисточку отложу в сторонку, потому что я жду, получилось ли у вас вот эти нарисовать элемент этот. Обратить внимание, он каждый не по прямой идет. Это вот нужно научиться модуляции. Вот это вот, кстати, здесь в помощь курс верховой росписи, который специально по постановке кистей вот изображение таких элементов. Потому что палехская роспись – это совокупность навыков. Но многие, смотрю, просто смотрят, поэтому мы не будем уже освобождать, иначе мы не успеем с вами показать большую картину. Там большой объем, и хочется, чтобы вы в прямом эфире просто увидели, как создается. Уже там, Зинаида Владимировна, быстро. Да, я уже жду. А я взяла здесь коричневый цвет, конечно, чтобы полосочки показать конечно, вам. Конечно, совсем вот новичкам, у которых пока совсем нет навыков, мы понимаем, что им просто нереально даже вот в таком ритме успеть. Это же... при всем желании. Это полосочки. Да, это... Расскажите нам, пожалуйста, как вот эти полосочки рисуются правильно? Ну, они по дуге идут, по дуге. Внизу их много, вверху меньше. А потом здесь вот этот коричневый цвет добавляется с белой охрой и обязательно добавляются еще веточки вот сюда. Да, и смотрите. Тонко, изящно. Не надо черные делать полоски, сделайте их. В коем случае коричнево с охрой. Ни в коем случае. Черный не надо. Вот видите, как обхватывается не одной веточкой, а многими веточками. И несмотря на то, что вот эта декоративная композиция вымышленная, да, как бы, да, все равно истоки в природе мы берем, потому что если мы нарисуем березу как вот из головы, совсем выдуманную, то она будет смотреться не так восприниматься. Вот смотрите, ведь березки также внизу более частые, более крупные, а вверх все меньше и меньше этих вот тут черненьких таких полосочек. Поэтому тоже очень важно к природе обращаться и рисовать, несмотря на стилизацию. Да, вот, кстати, нюансы ловить вот эти, да? Да, именно так. И вот у меня мысль убегает, и думаю, надо успеть сказать, и чуть не перебила вас, Татьяна. Извините, пожалуйста. Я могу сказать, что наблюдательность – это первое наше приспособление, которое человек должен развивать. Наблюдать за природой, видеть березки, смотреть, как вот у них вот эти веточки нарисованы, вот эти вот. А в помощь вам дается открытки зимы, курс, который мы сегодня презентуем, где там я очень подробно рассказываю, как нарисовать березки. Вот. Это для тех, кто еще не знает, как ее нарисовать. Ну, а я здесь дополню изящными линиями внизу, вот так вот, чтобы показать нам сугробы.
Кстати, уж не хочется. Если открытки рисуете, вы можете, если кисточкой тонкой, вот это беленький, не разживка сложно, можно взять, есть различные контуры акриловым можно делать, да, каким-то. Да, можно, можно, можно золотом, серебром сделать можно. Сейчас есть красочки различные, и получается очень красиво. А, Ольга спрашивает, палиху не учите? Ольга, пока вот не учим. Самому палиху, прямо непосредственно традиционного, пока нет. Но мы планируем в школе вести курс от мастеров палиха. Но это уже будет для тех, кто владеет приемами, потому что кто уже владеет базовыми приемами. Да, это сложное. Кистевых техник, живописных. То есть нужна хорошая подготовка все-таки для палиха. Но у нас сегодня подготовлен для вас курс, как раз который позволит сделать первые шаги, потому что вот сегодня рисуйте березку, но Зинаида Владимировна подготовила целую серию уроков, где разные виды березок покажет, разные виды елочек. Два вида березок. Да, и картину целую нарисуйте на этом мини-курсе, но об этом мы расскажем позже немножко, друзья, но уже скоро. Вот, а как еще можно украсить, чтобы вот открыточка, вы говорили, что покажете, чтобы можно вот сделать, может, или набросом, или что-то? Можно, пожалуйста, здесь сделать фон, пожалуйста, можно вырезать, можно здесь дорисовать, сделать набросом, то есть обрызгать немножко, вот так оформить, конечно. Можно ажурно вырезать и наклеить на цветной лист бумаги. Ну вот я не одна такая, вот я вижу, Катерина пишет, я тоже не могу выбросить книги с детства, да, эти книги, я буквально за ними охочусь, потому что эти книги для меня любовь-любовь. Ну что ж, сегодня у нас еще впереди большая картина, которая будет без объяснений рисоваться. Сейчас мы продолжим рассказ. Если вы рисуете, дорисовываете, я сейчас сверну наш экран в уголочек, да, чтобы было видно. Сейчас расскажем про курсы. Да. Так, а потом еще будут вопросы именно по этой композиции березки, можете тоже написать. Останется время, подскажете, Надя Владимировна. Видов таких вот березочек очень много по мотивам палиха можно создавать, поэтому вы увидите сегодня, может быть, другие, да, другие же будут березки, да, Зинаида? Да, конечно, их будут, вот да. Видите, сейчас объясню, вот где, какую березку вам показать. А вот, например, обратите внимание, вот такая березка, видите, какая красивая, ажурная, вот, пожалуйста. А эту картинку вам оставлю, потому что сейчас я готовлюсь к переходу и посмотрим мы с вами, я подготовила вам. Хорошо, да. Ну, формат просто вебинара прям реально не позволяет очень медленно, и хочется много показать и рассказать. Поэтому, конечно же, будет повтор. Вы сможете прийти на повтор посмотреть. Мы сообщим о времени повтора. Обязательно всем, кто подписался, получите приглашение, друзья мои. Да, узнаете деревья, Наталья, конечно, да, это известные такие деревья и в палихе, и в иллюстрациях. И на темном фоне тоже прекрасно, да, можно и на темном фоне рисовать. Давайте сейчас пока расскажем мы немножко о наших курсах. И в первую очередь я хочу отметить про курс, который у нас уже проверен, уже не новый, потому что, конечно, то, что новое, это всегда эксперимент, можно сказать, да, вот, но на самом деле у нас уже курс, на котором вы можете получить множество навыков, которые необходимы художнику и для росписи, и для декоративной живописи. Этот курс называется у нас «Открытки времен года». Ну, а сегодня мы рассказываем как раз именно об одной из частей «Открытки зимы». И в него входит 13 уроков, где на каждом уроке отдельная композиция и отдельный набор навыков, от простого к более сложному. И к нему еще будет 2 бонусных урока, которые получат те, кто уже на этот курс запишется в течение суток. И какие же это уроки, сейчас Зинаида Владимировна расскажет и нам и покажет. Я передаю ей слово, презентацию. Итак, дорогие друзья, дело в том, что мы с вами находимся на подготовительном части к уроку. Здесь я рассказываю, какие вам нужно подготовить кисти и материалы. Вот кто не знаком, должен знать, что если у вас не будет подготовлено все, как я здесь продемонстрировала вам на нулевом уроке, то на этом курсе обязательно нужно приобрести те краски и создать полностью комплект погружения вместе со мной. То есть это большое подспорье. И если вы обратите внимание, какие разнохарактерные
здесь навыки. Например, вот на том же первом уроке мы знакомимся, видите, с такими изящными веточками. Это мы уже рисуем открытку в графическом стиле. И эта графика у нас вот везде проходит насквозь. То есть это пронизывает и курс графической росписи, и курс как декоративного пейзажа, вот, вот здесь в данном случае. И также вот, грамотная постановка кисти – это, конечно, верховая роспись. На втором уроке мы изучаем технику масляной живописи. Ведь техника масляной живописи подразумевает густое наложение красок. А мы с вами рисуем на этом курсе только гуашевыми красками, те, которые вы можете купить в любом магазине у себя, в любом месте. Вот у нас даже за границей тоже это у нас есть. Люди находят гуашевые краски. И здесь очень важно научиться накладывать снег и передать объемность и многоплановость. Здесь очень много задач на этом уроке, которые нужно будет изучать. Потому что так. Ну, смотрите, друзья, у нас мастер-класс подошел к концу. Он продолжится в виде большой картины позже. Поэтому сейчас у нас презентация. Мы не можем развернуть, потому что мы рассказываем о курсе открытки зимы. Ведь вот сегодня многие писали, что у них не хватило навыков. А где их и как приобрести? И приобрести в интересном формате, не просто обучаясь в каких-то упражнениях, но еще и создавая замечательные картины. Вот мы об этом вам сейчас рассказываем, потому что вебинар у нас посвящен презентации курса. Да, художник – великий волшебник, он может нарисовать даже желтую зиму. И вот с этим желтым, желтых теплых тонах написано третий урок. Не подается наличие солнца, а подразумевается наличие солнца в зимнем пейзаже с нашей рябинкой. Очень интересный прием и навык, которому вы научитесь на четвертом уроке, это изображение фрагментной части зимы с дополнительным навыком владения плоской или круглой кистью в виде снежных узоров. И опять же мы переходим, я тусую как карты, показываю вам, как создать многослойную графику пейзажа. Здесь у нас 4 или 5 видов. Переходим от одного дерева к другому и получаем глубину, как без объема нарисовать глубинную открытку такую, вот такой замысел очень интересный. И тут же обратить внимание, владение тонкой кистью, вот эти белые веточки, конечно, без навыка владения тонкой кистью не нарисовать. Это нужно тренироваться. Конечно, на следующем уроке мы переходим к рождественской звезде. Но здесь самое главное, мы узнаем, что такое контраст композиции. Как рисовать этот контраст. И, кстати, вот то, что у нас с вами будет курс сказочной зимы по мотивам палевской росписи, здесь тоже мы познакомимся, что такое контрастность. А на седьмом уроке мы рисуем березовую рощу. Здесь очень важно научиться такой приобрести навык, как переход из цвета в цвет. Как это нарисовать, как нарисовать белые березы, вот о чем я вам сегодня сказала. Здесь будет очень подробно все рассказано, и вы научитесь рисовать березы как живые. Опять же идет графика, здесь всего два цвета, золотой цвет и черный. А линия здесь имеет не одинаковый нажим, а где-то утолщается, где-то утончается. То есть этот навык приобретается, и этот навык идет от иконописи. То есть линия такая волшебная. Переходим мы сразу на следующий урок и знакомимся в живописной манере, как нарисовать с малым количеством красок холодных оттенков на одной открытке. То есть цветоведение – это то, что не только таблица, которую вы можете загуглить, найти, это то, что вы сможете сами научиться. И, дорогие друзья, здесь уникальный урок. Мы рисуем как бы по бересте. На самом деле здесь нет бересты. Мы учимся рисовать эту бересту, чтобы она была вот как живая. И такой вот действительно декоративность, декоративный пейзаж,
которые вы научитесь, буквально поразит всех. Здесь знаменитая такая реплика новогодней открытки, где мы применяем и живописную манеру, и рисуем объемность шишкам, передаем, и владение тонкой кисточкой. Посмотрите, какие тонкие узоры украшают эту открытку. Обрамление какое красивое. Да, у нас, к сожалению, идет задержка звука. Да, совмещать текст и картинку я могу только с небольшой паузой, так как идет прямая трансляция, дорогие друзья. Ну, и я не могла не взять на открытку большого снегиря. Как нарисовать фрагментально вот такого веселого снегиря, как нарисовать, показать розовые оттенки на открытке и показать как бы доминирующую позицию этого птички. Это очень здорово показано на 12 уроке. И «Хрустальная ночь», 13 урок. Видите, какой у нас богатый курс со множественными навыками. И вы пошагово научитесь рисовать здесь и декоративные элементы, как обрамление из веточек. Также вы научитесь монохроме писать. И последние бонусные две картины с северным сиянием и с очаровательными соснами, как бы с подсветкой снизу. Это очень удивительно. Вот левая открытка – это живописная манера, а исполнение с правой стороны – это использование живописного приема северного сияния и графического исполнения, соединения двух навыков. Да. Хочу отметить, что это бонусные уроки. Они идут как раз как подарок тем, кто уже присоединится к этой группе, к обучению в течение суток. Акция еще продолжается, о ней немножко позже расскажу, о цене, стоимости курса, как о правилах обучения. Но вот сейчас сразу хочу предупредить, что мы хотим всегда как-то благодарить тех, кто действительно уже загорелся желанием и готов идти, в течение суток внес часть оплаты или оставил заявку, готов учиться, они получают бонусные уроки. Ну и сейчас расскажем про второй курс, совершенно новый курс, тоже декоративного пейзажа. О нем совсем коротко расскажем. И хочу отметить, что вот Наталья пишет, новичкам возможно все нарисовать. Конечно, Наталья, возможно все нарисовать и новичкам, ведь урок и курс – это на самом деле специально разработанная программа. Все уроки там в записи, пересматривайте сколько хотите раз, останавливая на паузу, не надо спешить. И каждый урок построен очень подробно, где, конечно же, никак в рамках вебинара показаны приемы, которыми вы не владеете. Каждый прием объясняется, показывается очень четко и понятно. К тому же всегда есть обратная связь, когда вы можете спросить, показать, что у вас не получилось, написать. Зинаида Владимировна вам пояснит, то есть не оставит вас. И действительно, это идет полноценное обучение с преподавателем. И у новичков все получается. Ну, а вот новый наш курс «Сказочная зима в стиле Палех». Вот здесь образцы вариантов, сюжетов, которые будут на этом курсе. Здесь кратко мы только скажем, что это, можно сказать, мини-курс, потому что Палех все-таки изучать надо серьезно, если брать именно палехскую роспись. Это иллюстративный курс такой иллюстрации с элементами по мотивам палехской росписи. И здесь вы сможете с ним познакомиться. Если вы загорелись желанием освоить лаковую миниатюру в стиле Палеха, не лаковую, даже, скажем, стиль Палеха, мы не говорим пока лаковую миниатюру, потому что сразу что, тема такая лака возникает. Нет, мы, конечно же, не можем это воспроизвести в домашних условиях, в точности весь процесс. А вам тогда к мастерам Палеха надо ехать и там у них учиться. Ну, а если хотите навыки приобрести здесь, то все это будет впереди, но нужно с чего-то начинать с простого. И вот этот мини-курс, он как раз будет простой. Здесь будут даваться навыки и изящных линий, построения вот этих сюжетов. Деревья, например, березка будет показана в разных видах. Не как сегодня, а более сложные, более интересные, объемные деревья. Елочки в разных видах будут показаны. И также терем, теремок, и объемный терем, и плоскостной. Вот эта архитектура терема, русского терема, будет тоже рассказана подробно на этих уроках.
Да, Сейчас. дорогие друзья, у меня уже благодарят за вебинар. Спасибо, Ольга. Дело в том, что сейчас после презентации курса пейзажа вот этого декоративного я буду рисовать в своем темпе на формате листа А3 вот такую картину. Но я буду это делать быстро, потому что, как вы уже убедились, как сложно и долго рисовать, приходится это осваивать, что все это не так быстро, как хочется. Конечно, можно горки, пожалуйста, это будет на в курсе «Сказочная курсе. Зима Селипалиха» будет, естественно, показано, как нарисовать кусты, еще снег, вот эти горочки, да, как облака, же. Месяц. Да. Это как облака палеской миниатюре рисуются, как нарисовать месяц палеской миниатюре. Все это будет отдельным уроком, на котором вы это увидите. То есть здесь идет история создания одной картины, но в двух, а то и в трех вариантах. А я это уже, будет полноценный курс, друзья мои. Ну и также к нему идет один урок, будет бонусом. Ну, об этом попозже расскажем, какой урок. А вообще тоже, кто оплачивает в течение суток, они тоже, если вы хотите купить и вместе два курса или по отдельности, кто-то открытки зимы уже покупал, если вы приобретете один из этих курсов, то вы тоже получите бонус вот один к этому курсу. Дополнительный урок, как всегда, я говорю, что в течение суток тороплю вас немножко, но на самом деле для нас это очень важно, что курс состоится, группа будет набрана, и мы всегда поддерживаем тех, кто нам доверяет. Ну и сейчас я несколько слов скажу. Вот смотрите, здесь есть перечень уроков, тоже кратко, но мы не будем сейчас на них останавливаться. Единственное, объясню, что мы не пропустили. Будет и дубок, Зинаида Владимировна, рисовать, да? Покажет, да, как да, это да. рисовать. Как и завершить? Покажу, да, да, и вот покажу самое главное, как показать вам череп в двух вариантах. Ага. Иллюстративного жанра, плоский и в повороте анфас. Вот это тоже будет очень интересно. Да, и сегодняшняя запись вебинара тоже войдет в курс, конечно же. Вы сможете его пересмотреть в рамках курса. Кто сегодня заинтересовался, не успел, но хочет идти на курс, и вебинар тоже у вас будет в записи среди уроков. Это тоже как дополнительный бонус, разумеется, будет. И еще будет тоже подарок еще один. Ну, а сейчас я расскажу вам все-таки, как попасть на курсы, и какие у нас сейчас приготовлены для вас акции и предложения. И кто хочет в комплект приобрести открытки зимы и зимнюю сказку в стиле Палиха, это 25 уроков. Доступом на 12 месяцев с обратной связью. Стоит сейчас по акции 7900. И этот курс можно приобрести в рассрочку с оплатой по 3950. Первый платеж сейчас. В течение суток можете платить, можете прямо сейчас. Кнопки под слайдами есть. Записаться на курсы «Открытки зимы» и «Сказочная зима» вы нажимаете или на кнопку нажимаете сюда, чтобы оформить заказ корзиночкой. Попадаете на наш сайт, и там вы найдете без труда возможность выбрать удобный для вас вариант оплаты, вариант обучения и приобрести или полностью, или в рассрочку. Первый платеж вы сейчас несете, второй через месяц. И таким образом у вас будет доступ продлен до 12 месяцев. Кстати, не волнуйтесь, если кому-то кажется, что это мало, мы продлеваем бесплатно к тем, кто не успел. По каким-либо обстоятельствам не успели, мы продлим, вы сможете пересматривать эти уроки. Это гарантированный срок доступа на нашей площадке, но продлеваем мы без всяких оговорок. Поэтому не волнуйтесь, главное, чтобы вы учились, и у вас все получалось, и вы действительно получили результат и стали художниками декоративной росписи. Уроки скоро начнутся. Долго ждать вам не придется. Зинаида Вадимовна уже горит желанием скорее этот курс вам записать. Поэтому, смотрите, очень хорошее предложение сейчас. Вы увидите, смотрите, если покупать по отдельности открытки зимы, это 15 уроков, если бонусные мы считаем, да, так 13, а кто оплатит в течение суток, получает 15 уроков. Он стоит 5900 сейчас. Тоже есть рассрочка. Вот, ну а курс отдельно «Зимняя сказка» в стиле Палиха стоит 4200. Посмотрите, и таким образом, если вы получаете комплект, вы экономите. У вас получается гораздо более выгодное предложение. Ну, а если по отдельности, то открытки зимы 5900 в рассрочку по 2950. Вот такая небольшая сумма вы можете внести и начинать обучение прямо сейчас, потому что уроки открытки зимы уже записаны, с эскизами, с видео вы пройдете сразу на сайт, сможете пересматривать их и уже учиться, и создавать чудесные сюжеты, зимние иллюстрации, которые вас не только порадуют, вы погрузитесь в такое замечательное волшебное творчество,
сказочная, потому что все равно декоративная стилизованная живопись – это все-таки сказочная большая часть, да, такая воображаемая зима, но идеализированная немножко, поэтому создает чудесное настроение. Более того, вы еще приобретаете попутно навыки, которые вам пригодятся как художнику. Это очень важные навыки цветоведения и постановка руки, графические линии тонкие, и умение видеть и строить деревья, правильно, грамотно построить виды природы и многоплановые пейзажи. Поэтому этот курс, он действительно очень полезен тем, особенно начинающим художникам, которые только хотят осваивать искусство, творчество. И здесь не надо бояться. Вот у всех, кто пришел на курсы открытки времен года, зимы или весны или лета, у всех получились идеальные работы, прекрасные работы, радостные. У кого-то попроще, у кого-то более сложные. Но ведь на самом деле у каждого из нас свой темперамент, свой стиль. Даже у многих художников, обратите, есть и более работы с многими деталями, а у кого-то больше крупными мазками работа создана, но те и другие завоевывать сердца зрителей, и вы тоже будете завоевывать сердца ваших близких и друзей вашими картинами. Будете их удивлять, радовать и, конечно же, дарить подарки и сами себя радовать этим. Порадуйте себя этой зимой, этими зимними картинами и посмотрите, идите на этот курс «Открытки зимы». Уроки у нас большие в этом курсе. Это не мини-курс, каждый урок за больше часа. Час длится где-то, да, Зинаида Владимировна? Да. Ну, где-то бывает 40 минут, но зависит не от времени, от того, какой объем. Бывает, есть техника более сложная, которую объяснять надо много деталей, а бывает попроще техника, поэтому тут на длительность не ориентируемся. Но это уроки полноценные, и вы сможете нарисовать пейзажи, даже несколько вариантов вы сможете на каждом уроке изобразить. Вот, так что смотрите, выбирайте, какой вам курс больше по душе. Если вас все-таки привлек Пали, хотите познакомиться в таком стилизованной манере с ним, то идите на курс «Зимняя сказка в стиле Палиха». Все-таки тоже курс не маленький, 10 уроков, но они будут более такие, скажем, ну, для больше немножко с тех, кто им владеет навыками. Потому что если совсем новичок, и сегодня ничего не получилось, все-таки пойдите сначала на какой-то более такой начальный курс. Здесь надо немножечко все-таки владеть кисточкой. Так, я думаю, Зинаида Владимировна, чтобы не огорчаться. Хотя, если вам уж очень понравился, главное желание, когда у человека есть влюбленность, у него все удается. И не волнуйтесь, мы вас всегда поддержим. Если увидите что-то не так, что вы разочаровались и вам не хватает навыков, мы подберем вам другой вариант обучения, если совсем этот курс у вас не получаться. Поэтому идите смело, если он вас очаровал. И сейчас Зинаида Владимировна покажет, как рисовать картину в этой манере. Я передаю ей слово, разворачиваю на весь экран. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, я сейчас вам покажу еще варианты своих рисунков, которые готовилась вот к этому проведению этого вебинара и к этому курсу. Когда художник что-то делает, он обязательно собирает большую часть. Так, сейчас, секундочку. Ага, все. Да, я вижу. И свой экран вижу, и вижу свою эту, и вижу чат. Буду одним глазом смотреть. Так что вы можете увидеть, как по-разному дается авторский стиль, который напоминает нам стиль Палиха. И сейчас я вам буду в своем темпе, без объяснения, показывать сказочный терем. Да, те, кто только присоединился, друзья мои, это уже окончание вебинара, и сейчас не мастер-класс, а именно демонстрация. Мы просто смотрим, как создается картина, потому что подробное объяснение здесь уже нереально сделать, уже осталось не так много времени. Ну и сложно такую картину многоплавную объяснить на вебинаре. Это тема курса. На курсе будет даже посложнее тема, сейчас более упрощенная будет рисунок. Да, я подготовила лист бумаги, я уже затонировала, потому что по времени я не могу вам в данном вебинаре показать, как это все делается. Рисуется это на формате бумаги А3, это большой формат. И сейчас я вам покажу, какую бумагу надо приобретать. Вот такая бумага обязательно стоит
Знак, госзнак. Это бумага очень плотная. Я сейчас просто подложу, потому что я хочу сделать набрызг, зимний такой набрызг снежный на задний план, и потом начну в своем темпе рисовать. А если вы хотите полюбоваться, пожалуйста, присоединяйтесь, любуйтесь. А я уверена, что наши ученики нашей школы, они успеют это даже создать, эту работу. Вот. Мне хочется, чтобы вы просто увидели, как работает художник. Я могу сказать, что это для меня, когда я первый раз увидела, как работает художник, для меня это было очень-очень знаково. Ну, а палех, конечно, рисуется очень тщательно. Это нужно иметь специальную лупу, острое зрение. А мы, конечно, это знакомимся как с авторским стилем. Краски могут быть яркие. Я выбрала как автор этого, вот этого рисунка, я выбрала именно в такой гамме. Просто мне очень хочется показать эту гамму. Сейчас я буду рисовать быстро, без объяснения. Это сложная техника, которой можно научиться. Всему можно научиться, было бы желание. Но я могу сказать, что это все осуществимо. И требуется время. Вот я могу сказать неоднократно, кто уже знаком со мной, что тот же навык, например, свободной кистевой росписи, который я отрабатывала, одной розочки, для меня понадобилось 6 лет рисовать. То есть такое вот время. А я, у нас приезжал мастер из Китая, который занимался и учился 20 лет искусству каллиграфии и тонкому письму. То есть тут, конечно, нужно за одну секунду это не получится научиться этому. Нужно, конечно, это отрабатывать, нужно упорство. И даже придя на наш курс, это не означает, чтобы автоматом у вас все получится. У кого-то это природная способность, он быстрее. Да, то есть ну, необходимо время и для того, чтобы рука ваша привыкла, глаз ваш привык. И вот смотрите, даже такой вот нюанс, как бы интенсивность цвета. Вот даже спрашивают сегодня, надо, чтобы бледные краски были, но мы рисуем нежную зиму. И зима все-таки там интенсивные цвета не очень будет смотреться, да? То есть это как бы такие оттенки должны быть. Поэтому больше белил добавляйте. Сегодня уже прислали свои работы, я посмотрела ваши, друзья, спасибо вам. Я тоже хочу, я да, очень люблю, вот когда присылают. Такой момент не хватает. Вот такой бледности оттенков. Нужно в белило добавлять красочку по чуть-чуть совсем. Лучше меньше, чем больше. Пусть будет бледно, да. Тогда у вас действительно получится такая вот нежная зимняя такая картина. Должна сказать вам, чистыми тонами рисовать проще. Чистыми это без белил. Это проще. А мы не идем таким путем. Таким путем, да. Мы идем. Мы идем. Мы вам сразу ставим сложные задачи. Надеемся, что вы не слишком испугаетесь. Потому что все-таки у нас очень разные уровни. Вот приходят иногда те, кто уже все-таки имеет опыт, и им скучно. Вот получается, на вебинаре хочется и всем показать, и тем, кто владеет, и кто нет. Ну вот Татьяна уже об этом я сказала, что у нас есть специальный курс, например, курс «Матрешка». У нас там есть палюхская миниатюра на матрешке, но это сложный курс, и мы туда допускаем только тех, кто уже чему-то научился, овладел. Это же не просто так. Наталья, сейчас пишет Зинаида гуашью. Все сегодня писали гуашью. Только гуашь. Пожалуйста, вы можете темпера. Я рисую гуашью, потому что это то, что вы можете купить. Сразу же, да. Да, сразу, да. Приближено к вашему уровню, чтобы можно было, вас не отличалось. А вообще у нас даже курсы открытки зимы тоже только гуашью можно рисовать. Я специально это и делаю, чтобы все... Показано для гуаши. Вот вы верно заметили, кто про краски спрашивает, хотя они все водорастворимые, но у каждого есть своя особенность, у каждой краски. И каждый можно показывать немножко своими нюансами. У каждого есть свои отличия. И гуаши, и с акрилом, акрилы, с темперой. Спрашивают, ребята, цвет фона бирюзовый? Цвет фона. Цвет фона, вы удивитесь, но это цвет вот этот вот. Вот.
и с голубым цветом. И он здесь составной цвет. Конечно, это не одинарный цвет, это составной, да. Это плавные переходы. Угу. Не всегда глаз непривычно, если к этому не всегда видит, кажется цельным. А на самом деле вот, можно отметить, что здесь множество переходов. И они все идут по определенной заданной программе, в зависимости от заданного, заданной тематики и заданного цвета. То есть здесь нужно обязательно чувствовать и знать, кто зачем идет. То есть тут много нюансов, которые нужно знать. Вот даже вот мягкие переходы. Кто вот опоздал, вот, то есть я делаю сейчас мягкие переходы. Да, здесь нету резких таких границ, как в раскраске, чтобы не выглядело как раскраска, а здесь есть такие плавные переходы. И вот как сделать их? Можно кисточкой, как Зинаида Владимировна говорила, просто влажную. Ну, а и кто владеет двойным мазком, тому двойной мазок, конечно, тогда поможет в этом. Это один из приемов двойного мазка, очень важен для этой техники. Но вот эти два курса, о которых мы сегодня говорили, «Открытки зимы» и «Иллюстрации в стиле Палиха», на них материалы приобрести очень несложно, они специально как бы сделаны, чтобы можно было быстро приступить к обучению. Можно купить обычную гуашь, даже кисти, в принципе, особо тут не надо подбирать. Ну, если успеете, можете у нас заказать. В принципе, ну, как не успеете, хотите, заказывайте. Торопиться не надо, курс будет доступен у вас. Они кисти сейчас доставляются очень быстро. По России вообще это максимум неделя, несколько дней на неделю. Мы сколько отправляем ученикам, очень быстро получают кисти. За рубеж подольше, конечно, но мы отправляем и за рубеж. Ближние, дальние зарубежья отправляем тоже кисти, но только нашим ученикам. Вообще кисти можно приобретать, конечно, они не уникальны, какие-то особенные. Просто если вы не знакомы с ними, вам трудно понять, а какая кисть вам нужна в магазине. При таком великом наборе, выборе кистей трудно понять, если вы еще не видели кисточки подходящие. Вот. И кто у нас уже их покупал, они потом могут в магазине подобрать, найти себе кисточку по душе подобрать. Поэтому мы продаем, но вот начинающим ученикам даем эти кисточки, возможность купить у нас. А кисти, которые спрашивали сегодня, это фирма «Альбатрос». Я надеюсь, нарисуют фирма «Альбатрос». Они замечательно подходят. В «Альбатрос» много кистей. Вот в данном случае, который мы рекомендуем, это синтетика, имитация белки. Имитации синтетики много продают, но вот впервые вот такая синтетика, которая очень максимально приближена к белочке. И даже в каких-то качествах превосходит, потому что более такая упругая, очень такая кисточка нежная. И у нас ученики приобретают для кистевых техник, для живописных техник тоже их. А вот тоненькие кисти – это белочка, двойка и тройка. Нам их делают на заказ. То есть они в свободном доступе можно найти, но мы не знаем даже где, потому что их очень мало. Это ручная работа. И только одна линия, которая нам делает. Да, делает нам специальный мастер, потому что, да, что они именно по нашему заказу. Более того, каждый ученик, знаете, возьмем, дорабатывает, выравнивает кисточку, как делают все мастера на промысле, они готовят сами кисти себе. Поэтому вот есть такой вот необходимость такая тоже подготовить кисти. Но об этом ученики, кто у нас на курсе в школе, они тоже получают информацию, как кисти выбирать. Все это вы узнаете. А Галина, как готовить фон? Зинаида Владимировна просит объяснить, как готовили фон. Ну, как я не могу показать им, как это же. Это надо смотрите, показывать языком. Здесь как? Вот в этой технике есть несколько, вот я бы назвала три приема, как мы уже говорили, графические тонкие линии, да, кистевые, свободный кистевой, это двойной мазок, и живописные. Вот эти переходы живописные. Вот небо, например, как соединить два оттенка. Ведь это же надо показать и даже объяснять, и это отдельная тема. На каждом практически уроке «Открытки зимы» эта тема в той или иной мере раскрывается и показана.
Дорабатывать кисти. Екатерина, наверное, я Вадимовну попрошу объяснить, что такое Чего? дорабатывать. Что такое дорабатывать кисти? А, кисточки. Дело в том, что кисточки делаются двух видов всего. Для изобразительного искусства и для ремесла. То, что я рисую, это ремесленные кисти. И поэтому их достать в таком изобилии кистей, которые вы можете увидеть в художественных каких-нибудь магазинах, для ремесла даже вам продавцы никто не скажет, что для ремесла есть такие кисти. Чем они отличаются? Они отличаются набивкой металлического ригелька. Это вот тот ригелек, металлическая трубочка, на которую впихивается, засовывается хвостик беличий, да? Набивается, да, Набивается, хвост. да, набивается. Я сама много лет делала свои кисти и работала на фабрике Хохломской, поэтому мы сами себе делали. И работала и на фарфоровой фабрике Дмитровский фарфорозавод, тоже мы сами делали. Но там нам, по счастью, давали кисти. Но, тем не менее, мы тоже это проходили, потому что каждый художник, он должен уметь делать свои кисти. И вот каждая кисточка имеет свой характер. И набивка заключается в том, что, например, та же фирма Рублев, которая всеми знаменитая фирма Рублев, она делает кисти довольно-таки качественные, но они нам не все подходят только по той причине, что эти кисточки набраны конусовидно. То есть, если мы намочим кисточку и поставим ее в сторону, то окажется, что конус этот как бы это объяснить? Все это вот мне приходится рисовать На и самом объяснять, деле, это очень здесь не о том тяжело. вопрос, Леонид Владимирович, вопрос не О об этом. чем? Я бы хотела А, сказать, как? да, то, что как кисточка должна выглядеть, что А, такое ну конус, давайте. это все у нас урок специальный есть для подготовки. А что А надо вот еще как раз раз? вопрос, что значит, я сказала дорабатывать. То есть кисти, которые нам присылают, они уже сделаны для росписи, нужной Да, набивки. Но у них да. есть остевые волоски. Вот я про это хотела сказать, что вы под лупой А. вытаскиваете эти остевые волоски, щиплете эту кисточку. Да, да, И да, да. Те, сделать ее ровной, более да, ровной. То чтобы есть она была лишние без волоски, которые остевых торчат. лишних, Они да. торчат, и кисточка немножко растрепанная, она мешает, и волосочек будет. Вот их нужно... Вот это вот мастер Пригладить. не делает. Это вот, ну, который нам делает кисточки, они это не делают. Это и так уже хорошо, что они нам присылают такого хорошего качества, а это надо все-таки... Но мы продаем ученикам, чтобы у них вообще никаких проблем не было с кистями, чтобы они просто взяли и сразу начали писать. Ну, волшебные кисточки, я наговариваю их, вот просто шепчу над ними, и все. И они у нас Сейчас все просто быстрый рисуют. такой. Вы можете не спешить, Зинаида Владимировна, вы уж рисуете, да, Что? от души. Не спешите Я так быстро. просто, что кто-то написал, я уже зеваю, спать хочу. Ну, это уже разные часовые пояса. Нет, уж давайте, мои хорошие, не будем ориентироваться. У нас много очень людей. У нас еще более 200 человек сейчас в комнате смотрят. Да. Поэтому будем... Старайтесь, пожалуйста. Не спешите. Я вижу, что вы прям уже начинаете нервничать и торопиться. Ну, просто когда я еще говорю, тяжело иногда вот это вот Ну сориентироваться. да, я пока просто расскажу вообще, что Расскажите. расскажу о том, что вот этот новый курс, он создан у нас давно уже планировался, потому что по мотивам палевской росписи или какой миниатюры, вот у нас был вебинар по Федоскинской миниатюре тоже, да, и такой по мотивам известной картины. Вот мы предлагали вам даже посмотреть, кто хочет приобрести эту запись, эту там золотые березки рисовали. Вот. И все эти уроки, они все покорили сердца наших участников настолько, что нас просто стали постоянно трясти и требовать, что мы хотим изучать палех, хотим изучать хотя бы по мотивам палеха, хотя бы вот в таком виде, как декоративным импровизация и стилизация. Вот у нас даже был вебинар «Матрешка» с палехской росписью, тоже такая запись есть интересная. Вот. Поэтому Зинаида Владимировна разработала для знакомства курс. Сейчас вы просто очень приблизительно познакомились с этими элементами, так как на курсе более подробно будет рассказано, как они строятся последовательно, как вот эти плавные переходы делать, как делать весовые качества вот, оттенков рассчитать, чтобы было не очень интенсивно или наоборот, они были ровными, да? Может быть, два интенсивных рядом оттенка могут быть, но то, чтобы они гармонично выглядели. Как построить вот такой терем-теремок? Вот сейчас тоже это очень упрощенный вариант. На курсе более подробно будет и аккуратно расписан этот теремок, какой он может быть в объеме.
в пространстве, да, как-то смотреться, или в плоскости, с помощью шаблонов, как это сделать, чтобы ускорить свою работу. Ну и, конечно, вот эти все возможности, как бы небо, как нарисовать облака, как снег нарисовать красивыми узорами в стиле палиха, тоже на этом курсе Зинаида Владимировна подробно расскажет. Вы узнаете, как рисовать елочки, тоже нескольких вариантов. Вы можете потом выбирать, какая вам больше нравится. Березки тоже, дубок. Ну что там еще будет, Зинаида Владимировна, какие еще? Татьяна, вы не успеваете, так сегодня, я сказала уже, наверное, который раз, мы повторяем, это уже окончание вебинара, это не мастер-класс, просто посмотрите, как можно нарисовать быстро картину, как рисует мастер. Вам не надо рисовать, конечно, вы не успеете. Ну, кто-то, может быть, успеет, я не права, конечно же, говоря, что не успеете. Почему? У нас есть мастера, которые успеют, это несложная, по сути, сейчас довольно простая тема для них. Но для новичков, конечно, мы не стремитесь успеть. Сегодня мы вот на этом, у нас такой немножко необычная тема вебинара. Мы сначала провели мастер-класс подробный с березкой, а потом рассказали о курсе. А теперь Зинаида Владимировна просто рисует картину, иллюстрацию, декоративный пейзаж, чтобы вы могли просто полюбоваться. Ну, я думаю, что кто-то из вас точно нарисует все равно. Но я точно уверена, у нас же наши ученики есть, которые уже... И да. Асы. Можно использовать золотую краску, да, Зинаида Владимировна? Вы золотую сейчас используете? Нет, золото я вообще здесь не использую. Нет, а у меня такое впечатление, что золото. Нет, это золотистая охра. А, охра с белилами, да? Охра и немножко желтого. А, желтым. Как золото смотрится? Да, смотрится как золото. Но на самом деле это золото не имеет отношения никакого. Ну вот так рисует художник, когда делает быстрый какой-то набросок, какой-то вот для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. То есть это не является росписью. Это реплика. Это реплика, это как бы приблизительно как посмотреть. Вот хочет человек, например, художник создать какое-то произведение. Но у многих художников уже в голове рождается, они сидят на чистовик рисуют. А иногда хочется подумать, поэкспериментировать, что-то поменять. И тогда можно нарисовать вот такого вида реплику на скорую руку, чтобы посмотреть, что нравится, что нет. А роспись, конечно, это более детальная, более длительная работа. Роспись или даже иллюстрация тоже, конечно, предварительные наброски очень важны. Важно уметь делать и быстро рисовать. Поэтому мы всегда говорим, попробуйте, рисуйте быстро. Пусть это не очень вам даже нравится, кажется, что у вас не очень красиво, но вот способ быстрого рисунка, наброска, очень важен, полезен для художников. Татьяна пишет, сюжеты сказки, да. Да, это эскиз можно назвать, да. Можно назвать эскизом, наброском. Если есть вопросы по обучению, по курсам, напишите, друзья. Может быть, какие-то пожелания у вас есть, какая-то тема, вебинара хотите услышать, чтобы вам было бы интересно. И напоминаю, что сегодня мы приглашаем вас на курс «Открытки зимы» по специальной акции. И на курс иллюстрации по мотивам Палиха. Такая вот картина «Сказочная зима», которую вы разберете подробно. Многоплановая картина, сложная будет. Со всеми элементами подробно на каждом уроке. Можно купить по отдельности, а можно купить, приобрести в комплекте. В комплекте более выгодное предложение на 2 курса. И еще и бонусные уроки будут вам в этих курсах, если вы оплатите частично, там можно рассрочку оплатить, или полностью вы оплатите в течение суток до завтрашнего дня. Если вы внесете оплату или предоплату, у вас будут еще подарки.
И ученикам, кто захочет, заинтересуется кистями, вот вы можете заказать кисти. У нас кисти совершенно недорогие по сравнению с теми, которые в магазине продаются, та же Белка. Цены очень доступные. Ирина спрашивает, значит, быстро рисовать можно научиться? Дело в том, что быстро рисовать, этому не нужно учиться, потому что у каждого человека свой темперамент. Абсолютно. И могу сказать, что у меня за это очень часто ругали. В частности, я просто захотела вам показать, друзья, как художник рисует реплику, ну, чтобы просто вот вам интересно, вот для меня, например, очень интересно посмотреть, как рисует художник. Вот. И здесь могу сказать, что я даже не стремлюсь иногда быстро рисовать, но у меня уже, во-первых, опыт очень большой, а во-вторых, конечно, я за то, что быстро рисую, получала очень часто по шапке, особенно когда работала на конвейере, и когда я в юности рисовала на фабрике, то меня буквально просили: Зиночка, иди поспи, иди отдохни, иди погуляй, потому что я могла норму выполнить. Те люди, которые сидели целый день 8 часов, я могла выполнить за 3-4 часа. То есть вот как бы я ни старалась, все равно я не могла медленнее рисовать. То есть это уже от характера зависит. Поэтому кто-то рисует... Ну да, но просто получается, что есть люди более быстрые, медленные. Но на самом да. деле, когда вот росписи учатся, если вот брать по роспись, то Зинаида Владимировна говорит, что рука должна быть как киселея. Да, все рука, время. Как кисели должна двигаться плавно, никаких точно. Резких движений, плавно, медленно. Тогда вы входите в какое-то медитативное состояние. Вот это действительно, вы потом ощущаете, что и даже не устают, человек может всю ночь. Вот я сама по себе знаю, наши ученики даже говорят, можно всю ночь рисовать, и чувствуешь, что ты не устал, потому что ты рисуешь не напряжение, а наоборот, в каком-то релаксе, в каком-то состоянии, в таком. А когда вот торопишься быстро, надо что-то, то. Даже если ты умеешь, все равно это получается не так, как спокойно. Но, с другой стороны, разные темпераменты. Вот Зинаида Владимировна достаточно по жизни вообще. Человек очень энергичный, за ней гнаться вообще во всех смыслах. Не только в рисовании трудно, но вот даже в ходьбе. Ну да, это во всем. Еда, ходьба. Вот. Готовит она быстро очень. Поэтому да, это по-разному. Люблю. Но это не значит, что это не значит, что это какой-то там надо стремиться к этому. Ну, вообще нет. Совершенно не обязательно. Справа окошко не дорисовали, говорят. Отлично, сейчас дорисую. Молодцы! Молодцы, я всегда наблюдательно. Я всегда говорю еще так интересно. Вот я в детстве очень любила вот, найдите 10 отличий. Оказывается, вот это очень важный навык. И сейчас мне вот прислали тест такой на внимательность. И там даются упражнения вот там под цветовым, то есть перебрасывают картинки с цветом, с цифрами, с фотографиями. И я смотрю и думаю, да что ж так просто-то? Что ж ты я на все ответила? Мне уже скучно этот смотреть. То есть у меня даже сомнений не было, настолько это было просто. А когда я посоветовалась с нашей общей знакомой, она говорит: ой, Зиночка, я ведь даже половина не смогла ответить правильно. Я думаю, надо же, а? Вот это все навык. Это, кстати, вот арт-терапия, всегда говорила и говорю, что художественный навык, особенно в возрасте для рисования, это дает такую хорошую мотивацию, чтобы не болеть ни мозговыми никакими заболеваниями, не дай бог, ни какими-то там инсультами. То есть оказалось, что арт-терапия, рисование дает еще профилактику от этих заболеваний ужасных, страшных. Да, смотрите, вот я отвечу на вопрос Ольги. Смотрите, на курсе открытки в стиле Палиха вы будете рисовать не всю картину на 10 уроков, вы будете каждый урок изучать элементы, которые, может быть, отдельно. Да, например, да, вы изучите несколько видов березок. Кстати, спрашивают, что за дерево справа? А там нету... Дело в том, что вы можете это назвать. Это может быть вяз. Пожалуйста, да, здесь. Это же это приближенная. Вот березка, она более узнаваема благодаря своей кроне. Елочка, вот похожа, сейчас я на нее перейду. А есть просто такие деревья, которые трудно сказать. Они тоже могут быть в стиле березки. Смотрите, нарисуйте белый ствол, и тоже все, березки же разные березка. Бывают. Не да. только развесистые березки, а бывает, которые прямо веточки стоят. Разные виды берез бывают.
Вот, и елочки научитесь. То есть будете на каждом уроке рисовать отдельно елочки научитесь. Отдельно вы научитесь рисовать терем разных видов. А потом Да. все это объедините в картину, и несколько вариантов покажет вам Зинаида объединение, и несколько картин. То есть да, Да, это небольшой да. курс. Здесь нельзя сказать, что каждый урок будет отдельно какая-то большая тема сказочная. Вот, у нас, например, есть по росписи матрешек, да, где Палих, там на каждой матрешке свой сюжет. Где-то лебедь-царевна, где-то у нас какой-то, какой еще там сюжет? Там горбунок, конек-горбунок. Конек-горбунок. Нет, это не, ну да, это приближено к Палиху, а вот где у вас именно по Палиху была серия, каждый матрешечка отдельная, жар-птица там, да, то, что еще где-то. А здесь этот курс, он более упрощенный будет. Естественно, мы приглашаем сюда новичков. Это недорогой курс. А по Палиху у нас было запланировано, но сейчас пока не могу вам сказать, тоже будет более углубленное изучение, и, возможно, мы даже мастера пригласим для того, чтобы вам тоже... Провел курс, который мастер, который занимается палихом сейчас. То есть это все у нас в планах. Но то, на тот курс уже надо будет идти подготовленным. Потому что, конечно, там никто не будет учить ставить кисть, начинать как бы прописи. То есть прежде чем ребеночек, да, пойдет учиться в какую-то школу, математику изучать высшую, да, например, алгебру, то он учится сначала писать цифры, учится прописи писать. Так и здесь нужно сначала этот курс для новичков. Для новичков, для которых уже начали что-то рисовать, попробовали. Ну, а кто еще не уверен в своих силах, лучше даже и идти сначала на открытки зимы, потому что он более еще простой, чем вот этот, который сегодня по Палиху предлагаем. То есть есть разноуровневые техники и курсы. И нельзя в один курс вместить все навыки. Это нереально. Поэтому в нашей школе создана серия различных мини-курсов. Есть большие курсы, есть мини-курсы. Небольшие, недлительные, недорогие, на которых можно получить вот такие навыки, как владение тонкой кистью на верховой росписи. Двойным мазком на росписи цветы и травы плоской кистью или на основном курсе свободной кистевой росписи. Есть курс по стилю гжели, где тоже двойной мазок изучается свободной кистевой. Графика у нас. Графика, есть владение курс, карандашом. Да, чтобы это же... владеть карандашом, курс графики. Иногда кажется, что вам нравится, но когда вы начинаете, вы увидите, что ваше призвание в другом жанре. Ведь у нас есть... Это часто бывает, кстати. Часто бывает. Ну, человек начинает, например, хохлому, но не идет никак. Ну, вроде хорошо, да, не хвалит преподаватель, но у человека не лежит, он дальше не хочет двигаться. Вот то, что не получается, но ему не хочется. А потом идет на графику, и вдруг оказывается, что он... Великолепно. График просто художник, он и свои работы создает. Сколько угодно таких. Потом, возможно, какое-то время пройдет, он опять на хохлому вернется. Да, вот так это очень интересно, но на самом деле так оно происходит. Это же так, жизнь. Так, повтор у нас будет в выходные, друзья мои. Да, у вас мы посмотрите в начале, сначала выходной, в дневное время, чтобы те, у кого уже поздно, смогли посмотреть. Я вам пришлю сообщение с описанием. Ну, то, конечно, повтор будет один раз в ближайшее время пока. Так, кисти стоят, смотрите, кисть номер 2 стоит 110 рублей. Так, сейчас посмотрю точно, уточню. Чтобы вас не обмануть, но это 110, 120, 130 рублей вот тонкие кисти стоят. А кисть номер 8, которую Зинаида Владимировна вот мазком рисует, восьмая кисточка. Сейчас я сейчас вам расскажу все. У нас группа, вот которой вы получаете подписку, есть раздел «Товары». Вот там есть все кисти, там можно их заказать. Так, вот я их пока... Товары. Вот если смотрите, самый верху в группе, наверху есть там мастер-классы продаются. А если вы откроете их, то там увидите кисти. Так вот, номер 2 стоит 130 рублей, номер 3 стоит 140 рублей. Есть еще номер 4, 5 и 6. Тоже белочка для московских техник. Тоже очень хорошие кисти. Вот. Но мы больше для новичков рекомендуем имитации белки. Они немножко подешевле получаются, но и более удобные для новичков, потому что они такие мягкие, более упругие, а начинающим они проще. Вот, например, номер 6 стоит 140, а вот номер 8 150 рублей стоит той, которую сегодня Зинаида Владимировна рисовала и рисует. Самое интересное, вот я могу сказать, вот эта кисточка я почти каждый день рисую, и она у меня уже второй год. То есть представляете, какая выносливость.
какое хорошее качество кисточки, которая позволяет мне рисовать очень даже так вот интересно. Так, сейчас посмотрю еще, что написали нам. Так, Серый так пишет, тест на внимательность, у вас разный по цвету рукава, самое интересное, они подходят по цвету картины. Так, смотрите, я специально так и одела. Об этом, да, вот, наверное, опоздали, потому что я об этом сказала. Я уже сказала, специально так одела. Подобрала платье такое. Да-да-да. Вот Елена спрашивает, покажите, пожалуйста, островок под березкой с вебинара, не успела оживки прорисовать. Елена, мы выложим в нашей группе, вы знаете, сейчас просто надо дорисовать картину большую, а тут тоже есть островки, посмотрите, островки. Мы сейчас увидим. Вот рукава такие, да, оказываем. Да-да-да. Я сегодня этими рукавами, вот видите, сама это... Да, рукавами. Да. Так, нужно, смотрите, поэтому островок, во-первых, будет выложено в нашей группе на стене. Березка, как только с ней Владимир ее отправит после вебинара, вот эту, да. Вот, и обе картины мы выложим. А, так, еще какой вопрос у вас там есть? Ой, представляете, сколько какой же... Да. Так. Смотрите, нужно, вот если брать двойку или тройку, вообще лучше двойку и тройку заказать, тонкие кисти. По две кисти достаточно? Надолго? Да, надолго хватит, на год. Елена, наши кисти находятся в разделе «Товары», но продаем мы их только ученикам нашей школы. Вот, пожалуйста, я вам отправляю. Тропинку просят показать. Да, тропинки не хватает прямо к домику. Так подождите, сейчас все будет. Да, мы сейчас идем. Смотрите, я вам дала ссылку. Вы можете пройти в раздел «Товары», посмотреть наши кисти. На кисти мы точно отвечаем. Они хорошего качества. Они, конечно, во внешнем, если брать древко, оно не крашеное, оно там каким-то... Оно простого дерева. Не украшено. Вот этот ключик металлический здесь, сделан вручную. То есть, на самом деле, если вы не за красотой внешнего вида гонитесь, а именно за качеством кисти, то это так и будет. Так, эти кисти точно подойдут вам. Но мы сегодня не рекламируем кисти, так получается. Да, мы не рекламируем. Наоборот, мы... Это большой труд их готовить. Да, я думаю, господи, хоть бы не рекламировала. Ну, приходится. Потому что, хорошая кисть, это очень много значит. Конечно, для тех, кто начинает, это вообще одно из главных условий. Я не знаю, почему в нашей стране не уделяется внимание именно ремесленному направлению кисти. Это для меня вообще очень непонятная история. Да, и даже понятия не имею, только живописцам. А в магазине вообще смотрят удивленно, что такое есть вообще. А что это такое? Ремесло есть, а что это такое? То есть, вот, пожалуйста, по росписи. Скажите, кисть для росписи, да, они даже не знают. Да, на вас будут смотреть, как на инопланетянина, это точно, абсолютно. Или подсунут то, что они считают сами нужным. Да, это вообще удивительно. Сколько угодно такого у нас счастья. Ваши платья в фаворе. Пишут, что у Виктюка были пиджаки с разноцветными рукавами. Это фантастический вот, вот, я это скажу дочке, а то она говорит, мама, что ты такое купил? Что ты? А я говорю, я специально запутываюсь. Творческая натура, да, эпатаж. Да. Продавщица сказала, вот в жизни мне подумала, что это платье кто-то купит. То есть вот представьте, а. А я говорю, вот это именно мое. Я даже его не меря купила. Так что, друзья мои, понравилась ли вам сегодняшняя тема? Есть ли у вас интерес к этому? Возражения. Может быть, есть какие-то возражения, что вам, например, не хочется в таком виде палех видеть, хочется традиционно только увидеть. Это тоже мы воспринимаем и слушаем вас. Пишите, пожалуйста. Вот здесь под кнопочка даже есть под видео, называется «Оставить отзыв о вебинаре». Можете написать даже свое гневное сообщение, если вам не понравилось. Пожалуйста. Ой, особенно так, гневное. Не удаляем, если кто-то не пишет, что не так, но не пишут. Почему-то вот. А если напишите, мы за конструктивную критику. Вот если человек напишет прям реально, что не так, это нам поможет стать лучше. А если просто вы такие сякие, зачем вы назвали с груздем, да? Зачем вы? Вот, это, конечно, не конструктивно, потому что такое авторская техника? Это, наверное, все-таки человек образованный в художественном смысле должен понимать. Да, я представляю, сейчас бы благодаря интернету Билибина бы заклевали бы.
Это точно, потому что уж Да, столько мне говорили, вы знаете столько такого досталось мне. художника Вилибина, и у нас в свое время тоже доставалось. А Чайковского? Посмотри, он же брал народные напевы, напевы русского хора. Понимаете? И вот эту вот, его же вот эту Снегурочку, а чуть ли не свистали. Вот, ой, не Снегурочку, простите, это Римский-Корсаков писал. То есть, господи, Щелкунчики, обратить внимание, есть народные напевы русских народных песен. Глинка очень сильно брал Да, то тематику есть, народных напевов. да, если художник берет свой арсенал художественных навыков, мотивы какого-либо народного промысла и делает это талантливо, ну и вообще, не должно быть, все нравится. Кто-то скажет, это не талантливо, это вот как писали, девчачья карамельная картинка. Ну да, ну, кому-то нравится, кому-то нет. То есть это же невозможно, чтобы всем все нравилось. Вот это творчество, оно такое. У каждого свой вкус, каждый. Да, это такая пасторальная картинка, наверное. Так мы говорили, то, что иллюстрация. Это Веселая, сказочная. иллюстративная. Это детская такая картинка. Она действительно... вот детям очень нравится, дети любят. Да, дети очень в восторге от такой картинки. Они просто не, они говорят, ой, это То сказка, есть это это такой стиль, волшебство. такой жанр, и мы не говорим, что он нужен всем нравиться. Конечно же, определенные есть настроение вот на это. Но я могу сказать, Немножко такое да. веселое Я вас такое. уверяю, если вы не знаете, что подарить вашему внуку или внучке, вы нарисуете такую картину, вы купите рамку или закажете багетной мастерской, и это будет самый... Это, представляете, будет у ребенка висеть такая картинка, бабушка или мама нарисовала, или папа. О, это, по-моему, самый А большой вообще у нас вот подарок. бабушки рисуют на скамеечках. Вот берут, заказывают скамеечки и расписывают такими вот картинками. Очень Да, забавно. Внуки да, 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 просто да. делятся, дерутся. Там приходится каждому по такой вот скамеечке. Скамеечки, Да, да. расписной. Да, это не, на первый взгляд это несложная какая-то простая техника такая вот даже, да. Но когда коснешься, увидишь, сколько приемов надо знать, уметь, чтобы получилось гармонично. И мы вас этому научим. Приходите к нам на курсы. Очень вас ждем на открытке зимы, потому что он у нас сейчас набираем на группу, уже начали ученики Да, некоторые уже комплектует скачивать. группу, вы можете попасть, вот прямо буквально в последний вагон запрыгнуть. Да, у нас уже заканчивается акция на открытке зимы, поэтому присоединяйтесь. Под слайдом, вот под видео есть кнопочка записаться на курсы. Смотрите, если у вас есть вопросы, неуверенность какая-то, вы можете оставить заявку, не надо сразу оплачивать. Напишите нам, вот вы нажмете кнопочку «Отправить заявку на консультацию» и попадете в наш чат нашей группы. Напишите ваш вопрос, ваше пожелание. Может быть, вы не уверены, хватит ли вам навыков. И или я, или Зинаида, или наши помощники, которые специально обучены, обязательно вам ответят, подберут удобный для вас вариант обучения. Вариант оплаты. По ценовой политике вам подберут, что вам более удобно. Посмотрим, что вам, может быть, не все по цене подходит. Тоже обсудим этот вопрос. Поэтому жмите на кнопочку «Отправить заявку на консультацию» и в нашем чате напишите ваши сомнения и ваши пожелания. Может быть, вы не сейчас хотите идти учиться, а попозже. Оставайтесь с нами на связи, чтобы быть в курсе наших акций, наших цен. Печную трубу надо рисовать. Ну, не А, обязательно, можно и кстати. нарисовать. Я-то уже заканчиваю Она уже может быть с это. той стороны где-то быть, да? Да, это Да. же условно. Ну, Условно, нарисовать. да. Ну, Дверь вот немножко там. съехала, но ничего страшного. Да. А я сижу немножко кривовато, А поэтому потому что вы уж сбоку, знаете, сидит и рисует. простите, пожалуйста. Но домик очень интересный, такой с шапочкой, как у Витязя. Такой вот у него шлем на теремке, замечательный. Вот так вот. Вот. Ну что ж, друзья, спасибо вам за участие. И очень приятно, что пишет Ольга, например, что волшебство и радость. Я лично улыбу не могу снять с лица, так все радостно. Я рада, что вам понравилось, А дорогие Галина пишет, друзья. просто чудо, не рисовала 100 лет сегодня с удовольствием. Все вы как-то всегда Да, неотразимы. Спасибо, это Галина. рада с вами делиться яркими эмоциями. И, дорогие друзья, вот это ощущение счастья, вот этой энергии, силы, которую мы получаем, от черпаем вдохновение от наших русских традиций, от наших каких-то сказочных иллюстраций. Это
И еще, дорогие друзья, вы после окончания курса или этого курса, или открытки зимы, вы найдете свое авторское предназначение, потому что каждый художник ищет себя. И вот Татьяна правильно сказала, что даже если вы не пробуете, вы не знаете, к чему лежит ваше сердце больше, то есть и что получается. То есть здесь должно совпасть и ваши стремления, и обучение навыкам, тогда у вас может родиться свой авторский стиль, и вы встанете на путь иллюстрации и получите уникальное какое-то свое направление. Сейчас в данном случае у меня учатся ученики, которых я веду и поощряю их уникальный дар, их какой-то стиль, это стиль и в графике, это и в открытке свой стиль, потому что каждый человек уникальный, даже если вы начнете рисовать вот эту картину пошагово со мной, у вас все равно получится совсем не такая вот история. Да, по-своему. И, конечно же, на курсе будет другая картина, совершенно другая. Да, вот да, совсем другая. Да. То есть она как бы похожая. А можете показать березку, которую мы сегодня рисовали? Просят. Да, сейчас березку. Я покажу вам березку. Да. Дорогие друзья, да. вы получите с этими курсами эмоцию радости и свободу. Фантазию, как можно развить свою фантазию. Вы получите признание своих родных, близких. Это очень интересно наблюдать, когда вдруг близкие говорят: «Ой, я не знала, что у тебя такие наклонности». То есть это получается очень... Или там коллеги по работе. Вообще очень здорово. Я очень рада с вами этим поделиться. Я очень благодарна, что вы высидели такой большой объемный вебинар. И, конечно, я жду вас у себя на курсах. Да, присоединяйтесь к нашей школе. Присоединиться. И, да, Если какие-то вопросы, напишите, пожалуйста. Вы пишите, можете отправлять в чат, можете здесь, можете в нашей группе. Может быть, по кистям вопросы еще остались, по материалам. То, что действительно не верите иногда, что можно просто простой гуашью, которая у нас ассоциируется, может быть, с детским творчеством, можно рисовать красивые картины и иллюстрации. А если возьмете и темперные краски, она будет еще интереснее. Темперные тоже, конечно, краски уникальные по своему качеству, поэтому кто захочет, да, может темперы рисовать. Пожалуйста. Я должна вас убедить, вот сказать вам, вот, что вы получили от меня одобрение, убеждение в том, что у вас вы справитесь. Это вот абсолютно то, чем я вам говорю. Если вы еще стесняетесь и думаете, что все у нас профессионалы учатся, то это не так. Пожалуйста, загляните в нашу группу, посмотрите, поспрашивайте, кто кем работает, вот. Да, у нас постоянно выкладывают работы ученики, и вы можете просто перейти и спросить, потому что всегда подписан ученик школы, онлайн-школа «Русская роспись». На стене вы можете прийти, задать вопрос, как он обучался, с какого уровня, и как понравилось или нет. К тому же у нас есть раздел с отзывами, тоже все можете почитать, потому что у нас все открыто, доступно, можете знакомиться. И мы тоже, конечно же, стараемся всегда идти навстречу, делать какие-то интересные работы для вас, создавать новые уроки, курсы и совершенствовать тоже как курсы наши. Если что-то непонятно на уроках будет, например, мы всегда остаемся на связи. У нас такого нет, что купили курсы и все, смотрите их записи и не знаете, что-то вам непонятно, не знаете, куда обратиться. Вы можете всегда попросить, и даже на некоторых курсах, знаете, Владимир, допишет урок. Мы увидим, что что-то упустили, что-то оказалось непонятным. Не проблема, можно дописать дополнительную часть, а вот и все, и вложить вам на курс, чтобы вам было более понятно. Потому что главное, чтобы у вас получалось, был результат. Нам это намного интереснее, чем просто продать уроки. Да, дорогие друзья, здесь пишет Елена, что надо уроки учить, ведь я учитель начальных классов. Должна сказать, что мне совершенно случайно здесь попалась картинка с курса «Тайны ларца», специально записана для учителей, где я показываю учителям, как показывать народные художественные промыслы. Вот здесь у меня, видите, здесь есть тоже, но это для облегченный вариант, самый начальный облегченный вариант для детей. Как а я бы ссылала всем участникам ускоренные записи этого урока. Да, поделилась. Вот, да, потому что это, конечно, не палев, но как здесь им объяснить? Вот им же тоже надо, и вот методику объяснения народных промыслов, как рассказать про хохлому, чтобы они смогли попробовать порисовать, как рассказать про гжель. Вот у нас такой курс «Тайны ларца» для преподавателей, уже записаны все уроки, очень успешно идет. Вот такие огромные благодарности мы получаем от учителей, причем уже сразу с результатами они присылают фотографии своих учеников работы по этому курсу, то, что они им рассказали.
Вот да, и еще и сертификат можно получить. Да, и даем удостоверение повышения квалификации гособразца у нас есть к этому курсу тоже. И, соответственно, тоже можете не просто учиться, но и получить документ. Тоже такой курс интересный есть для преподавателей. О, Ольга уже с нами, отлично. Ольга Трифилова уже оплатила курс, будет рисовать Ой, открытки. Очень здорово. Рада новым ученикам. И как, когда вот мы смотрели, показывали сегодня слайды с работой учеников, кто, может быть, обратил внимание, что насколько они разные. И каждый ученик приносит что-то новое, это целый мир новый, свой какое-то видение по тем же урокам, свое видение вот этого урока, этого сюжета. Поэтому будем с радостью ждать ваших работ. Спасибо, Анна пишет, спасибо за вебинар. Спасибо вам большое, друзья, мы с вами прощаемся да. и ждем вас на курсе. Да, приходите учиться и давайте с вами проводить время весело, увлекательно, в творчестве. Не волнуйтесь, если что-то не успеете. Мы с вами всегда продлим доступ, откроем доступ сколько нужно, чтобы вы с нами учились вместе, друзья мои. Спасибо. И готовим новые вебинары. Приглашаем вас на следующие уроки, на следующие вебинары бесплатные. Также у нас можно купить и мини-курсы, и разовые уроки тоже. Обращайтесь в наш чат, отправляйте заявку на консультацию. Если кто-то не может купить целый курс, вы можете узнать, какие есть уроки совсем небольшую цену. Может быть, еще какой-то урок захотите приобрести. Также я вам отправляла урок всего, можете приобрести, кто не видел «Золото берез» в стиле Федоскинской миниатюры. Там тоже очень подробный урок, вообще подробный. Вы в записи сможете его просматривать. Тоже он очень недорого стоит. Поэтому у нас есть возможность на любой запрос вам дать уроки, чтобы вы проходили с нами обучение. Благодарю вас, всего вам доброго, друзья. Мы с вами прощаемся. Повтор будет. Пока не знаем точно, сколько раз, но один раз точно в выходные мы повторим этот вебинар. И всех благодарим, кто будет смотреть нас в записи.